Ну, короче, друг, если тебя забанят, я понял. В смысле, я тут при чем? А никто не при чем, но тебя забанят, да, задак. Да, весь рейд забанят. А меня забанили. Надеюсь, это был голос Рапкина, да? Что здесь? Все, РЧ, ребят, пьем фласки. Светануло чем-то на стриме? Не, типа оскорбило кого-то, сказали. Козел, покушай. Ультрашторм, покушай. Стоит рыба. Все, как козел. Козел, покушай, все, весь рейд забанят. Кто там не профил? Да опять сиськи показал на стриме, конечно, забанят. Блин. Карантирк. Ласк. Блин, забыл. Фармага, ты стрим ставишь? Топнул. Отчет на пол. Ну, да, и слева. Все, я понял. Я видел. Ты чего это вдруг? Здрасте. Жевелин сдал, что ли? Вряд ли. Ну, может быть, случайно нажал, да. Провал. Нормально, что вы. Ну, нам, типа, вот... Да. Блин, я показываю, что я. Блин. Да, я вижу, что ты. Телефоне. Лимбочка. Что доходит адыта? Ну вот. Следующее. Помогите справа адов убить. Все нормально убил, все нормально. Все хорошо. Маленького еще урода. Искру сейчас появится. Искра сразу же прям свич. Прям сразу же моментально. Вот она появляется. Вот, он появился, убили. Моментально. Талант ее. Отлично. Еще появилась одна. Давайте убиваем. Еще раз убили. Убили, молодцы. Вот так вот продолжайте. Хорошо, молодцы. Давайте работайте. Еще одна появилась, убили ее. Мегерка полегла, но ничего страшного, пусть лежит. Следующий тантрум, готовим, сейчас будет. Девочек, твою нужно будет нажать сакру. И от ШП мы ждем тогда гимн. Нажимаете? На Элифане Сакру Пинкман нажми. Скрою. Дерево Боб. Опер, все, БР. Берните, пожалуйста, сову. В искру переключились, били искру. Искру убили. Костянка живи, Лифаника живи. Кто шторм учит?
На следующую тантрум у нас Юрнира и Бурлак нажимай. Искру, ребята. Искру убили. Хорошо, на следующий у нас 30%, возможно, ее не будет, но у нас Селифани есть. Нет, будет. Ну, кто его знает. Искру переключились, убили. Хорошо. Появилась еще одна, сразу свитч в ней. Во. Здесь будет. Че? Далеко выносите звездочку, очень. Это я подумался. Переключились в искру, убили искру, одну, вторую убили. Убили, вторую тоже убили. Лифани, готовься. И свои сейвы нужно будет поражать на следующий тантрум. Промега живи. Инер, кто-нибудь бурлаку дайте. Беги. Ну а ты говоришь, будет. Мы босса бьем. Бьем босса. Все. Удивительно. О, какие перчаточки. Идем дальше. Печатька. Да. Она падает всегда, когда я не докану. Почему? Это просто вот оперсоп пришел и как бы накидал. Это та волшебная печать, за которую типа ДКшники все, что хочешь, отдадут. Да. Валяется у меня на ДК за 150 голды. Ты в Фросте мусорном играешь. А, крэк. Ты в танка. Угу. Давайте пока, у меня тут шмотки кончаются относительно. Пока у нас пьют, ребят. Боты на танк. Боты на танк. Олю. Подожди, ты готов, Крэк? Да. Давай, поехали, Миля. Я справа возьму. Сбиваем череп крест, можно сбивать газ. Касты. Но рисовые это норм, в принципе. Да мы все в душе сова. Все мы в душе коты. Нет, совы. Так, 1200 пингман у нас, да, поставил? Окей. Девочка, а ты что, собираешь танк, что ли? Ну, блин. Или душишь просто? Я собирала. Ну, типа, я не хочу на него много ставить денег. Пингман, ты прям в луже ставил. Латный пояс на танк. Да вне стрима чего угодно можно собрать. Она видит шмотку, просто берешь шмотку, все. Понял. Затаунти и сюда подвези, стоим здесь. Пояс на танка. А танка с щитом. А тебя прям в рейде забанили? Да, платьишко сидит, все, бьем платьишко. Тесак. А кто там топ по тариту? Может, кто так скажет, чтобы мне не смотреть? Че? А, да ну... Наверное, Костянка... А, нет, Костянка нет. Наверное, ультри, наверное, кидай. Не, блин, пошел левее тогда уводим, левее уводим.
Я искры бью, у меня нет хита. Торопишься, Мили, очень торопишься. Сейчас уже торопиться некуда. Бегите, чего улеглись-то? Забирай, Крэк. Ты у нас один... Да не надо, наверное. Ребят, на собрании делаем буквально типа один пул. Я смотрю, если понимаю, что типа не можем, то убиваем. Ну как, в обычке почти. Напомни мне там вармов танков, что мне там нужно? Я в десятке как бы здесь был, но... Жить. Когда назад. Я думаю, что... Мили, ты потанчишь большого, да? Я думаю, что типа попроще будет. Могу, да. Я думаю, что тебе попроще просто будет. Ну, Крэк, тебе это, в принципе, просто подводить к руне, когда ты можешь, и, в принципе, все. У тебя два будет чувака. Я имею в виду про последнюю фазу, когда надо. Тебе Мили скажет, просто затаунтишь его, и все. И все, да? Ну, в смысле, ну как, бьешь его тоже в лицо там. Я понял, затаунтить по команде, моя задача. Да, 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 да. Поехали. Там побафаемся. Шейен для танка, который с трэша. У тебя ник не подходит для танкования. Так, окей. Здесь давайте ребаф. И торгуем. Так, пояс я вроде поторговал, да? И камушки. Камушки давайте. Пинк. Напомни мне, пожалуйста, что там было. Вот. Они? Кто будет диспорядить танков? Я думаю, что давай или Фанни ты будешь диспелить. Не танка, а тебя, Миля. Ну и Вара потом тоже надо будет на последней фазе. А, ну да, да, да. Ранка, тебе что, пояс? Даунтить надо будет на третьего моба под сейвами. Ну, как тебе сказать, там не скажешь, что прям сильно бьет. Свои какие-то сейвы прижимай, там типа Трини. Трини и так далее. Там будет потому, что Сакра постоянно. Поэтому. А я тебе не могу упер все отдать. Ты же, ну, там она стриша, ну, типа. А, ну все, тогда ей давай. За 600? Не знаю, первую, наверное, ставку. А сколько? Уж больше никто там не ставил. А, ну 200, окей. Поставь 200. Все упало. А почему? А что, 2 нельзя носить, что ли? Нет, меня не было. Его не было, да. Его, да, убили. Его не было. Секунду. А, Дурсмайн поставил. Окей. Так, что касается, мы вначале убиваем череп, да, ребят, не забываем, на пулы у нас в издес, мы с тобой напуливаем череп. Фармыга, ты напуливаешь крест на Крэг-Хэга. Крэг, если ты сможешь как бы подвести кру, не будет круто. Ну, я буду стараться, там, посмотрим. Да, да. А далее. На третьей фазе, когда остается один чувак.
У нас хилы. Мегерка, ты здесь, в принципе, можешь хулема, я думаю. А кто диспейлит и кого? Или Фанни диспейлит Дор... Дормацайн. И потом, соответственно, Крэка. Или Фанни. Понял? Хорошо? Угу. Далее. На третьей фазе, ребят, очень важно. Вот у нас будет 4 хила. Все остальные должны быть около босса. Не то, что около, а прямо в боссе почти считать, да, около босса, в общем. Соответственно, остальные 4 хила должны быть в рейнже. Вы там как-то распределитесь. Вот. Насколько я знаю, что Боб снимает дебаф, который он вам кидает. О, не Боб, а этот Бабл. Вот. Поэтому первый, наверное, вы можете снять сами. Соответственно, если второй раз на вас скидается вот на палов, да, вы подбегаете к рейду. Ну, к боссу, к рейду без разницы. К боссу, короче. Хилы понятно? Вроде понятно. Блак, ты, у тебя нет бабла, поэтому ты можешь, если на тебя кинется, ты сам подбежишь. Когда, соответственно, дебаф с тебя пойдет, ты просто ну, обратно убежишь назад в рейндж. Все знаешь. Окей. 4 хила здесь вполне достаточно. Не слакайте, пожалуйста. Арче? Вроде все готовы. Что, СС-ов не будет? СС, давай, СС. Давай, косяк, ты кидаешь на Дармацайн. И... Карантин, давай ты кидаешь на... Блин, я бы сказал, на какого-нибудь хилабы. Кинь на Ернира. Малолетки сидят. Хочешь, Яков, погоди. Чего? Так, магия, тут тоже ФБ спекнулся. Киньте МК. Лордмэнк на меня, я на Фенозипана. Крест же на пулите, да, чтобы я мог нормально... Я на Фенозипана кидаю. Да, на пулем. Там Фарамэг на пуле, ты я на поле, из-за себя на пуле череп. Ну, ребят, ты здесь особо ОЕ не надо, как бы только врататься, что вот есть у вас. Все, что-то на пол. Переагривать не надо. В первую ОЕшку разбегаемся же, да? Конечно. Хотя у нас есть, кстати, десаки. Давайте в первую не будем, перегрузку не будем разбегаться, или Фанни нам сдаст сокро. Мы можем в лицо, если что, бить Крэк. Как бы. Мелкий нормально стоит. Давай, Элифани, нажимай. Можем оставаться. Прохиливаем. Все бурсты должны быть на третьей фазе, напоминаю, ребят. Долго не спорили. Ждем руну мощи. Потом ставим дней 5 секунд и разбегаемся. Он сейчас поставит руну, ребят, мы спрайдаемся от нее подальше, от синей руны. Ну ладно, ложитесь. Диспел не был. Или файн, чего там? Серьезно, ты хочешь сказать, один нужен? На чем прикапываешься, что ли, приз? Серьезно? Нет, я просто... Мне казалось, тут и в 3 уже я знаю, что закрывают. Не такие уж и супер-пупер клевые чуваки. Ты хотел сказать Бьорн? Кто такой Бьорн? Не, он по хилу не так просто.
Давайте так, давайте еще раз пробуем. Еще раз, танки, вы держитесь центра. Соответственно, если, ну, когда мы убьем первого, да, чтобы нам разбежаться, рейд сам разбегается, вы чуть-чуть просто отходите, чтобы просто, если на вас зеленое положилось, то все равно к синей можно было подойти. Ну, там, не знаю, метров может быть, не знаю, может быть, ну, 15 просто край. Вообще тут рейд не должен урон получать, в принципе, только вот это вот взрыв, вот это и все. Это но если... мы должны не убегать. Это если сокать, которую надо. В смысле, сокать? Тут ОЕ дамаг, ну, обычно, как, ну, как на спифроне. Может, да, он тихонько капает. Так, драмоцен, тебе отдать? Ну, типа, первые два босса он надо потихоньку покапает, а потом, ну, как бы, поборочно. Ткани выбуты. Ну, наверное. Ну, такого. Вон, да, за 150. Какой ты бис, ну ладно, за 150 и давай 500. Да? 700 там, по-моему, было. И, кстати, если что, Драмоцайн, ты можешь просить, у нас есть два ретрика, которые тебе смогут спокойно дать таргетную сокру. Так что... Мне еще рано это просить. Ну, я на всякий случай просто имею в виду, какой-нибудь там, можно сказать, козел, дай мне таргетную сокру. Крича. Докушиваем, ребят, давайте инту, живелинг покушай, ультраштон покушай, инту дайте еще. Римага, дайте инту. Все отлично, отчет на пол, поехали. Чего раньше пульт все время? Да не хорошо. Ну, босса в центре держите нормально, как бы, ребят. Мы типа спокойно бьем. Рун там поставили, да, немного отводить. Давай, Лифанис, нам давай, давай, давай. Угу. Прохиливаем потихонечку. Лифанис, не сакай, пожалуйста, с диспелом. Мы пока стоим, разбегаемся. Вот конкретно от этой синей руны. Кто там стоит, кастит? Устали в руну. Веди в руну. Фармы ГБР. Фармага, тебе нужно тут будет поражать прекрасную вещь. Это когда скажут таунт надо. Ты... На отхил, минус отхил, должен нажать. Да, надо разбегаться. Разбегаемся. Иннер на девочку дайте.
Прохил, прохил, ребят, прохил, прохил, прохил. Отошли из нее и ждем синюю руну. Доводим до 5%. Прохил, прохил, прохил. Рядом ставили? Не убивайте. Рядом встали, не убиваем. Рядом встали. Вы что, рофлите, что ли? Ну пробуем, давай, БЛ, давай, БЛ, давай, давай. Типа, подведи поближе к нам. Достаем. Да, ну мы пробуем, что? Я посмотрю хоть на людей, что они тут делают. Забирай. Фармега, готовься. Нажимай, давай, давай, Фармег. Не успел, что ли? Она пока довисит же у меня. А. Ну, что могу сказать? Сейчас крик рипнется. Да, мы уже все рипнемся. Ложитесь. Короче, убиваем с рунмастером. Мне вот интересно, кто нанес последний удар? Там клок какой-то вообще хп тянул с босса. Там все, там-то все плохо было. А минус 20 было у кого-нибудь? Минус 20 чего? С 20 не села. Да было, было там, она пока довисит же. Просто он, по-моему, ну, прям сильно... Нет, там двое умерли просто. И мы же, считай, типа, без урона били. Типа, людям похуй, я смотрю, когда говорят стопнуть. Я, ну, типа, ну, ладно, что поделать. Но в этот раз я, типа, я посмотрел людей, знаю, кто как что делает. Еще логи потом посмотрю. Ничего страшного. Да вот именно страшно, что потом без логов. Ничего страшного, почему? Потом, ну, типа, в следующий рейд не попадут просто. Ни в один, ни в второй. Как во вторник, ладно, там. Вторник. Да дело в том, что именно за этих людей, получается, вот, пришел делать логи. А что, уже вторник? Засирает какие логи? Засирает КД. Потом что? Приходишь в другой рейд записываться на следующей неделе. Говорят, а у тебя логи говно. Типа, нет, что слушай... Ты нет, ну так... Чел, какие логи, ты о чем? Чел, реально. Чел. Логи. Так, а ладно, почему? Ребят, много ну, флуда. А ну, вообще, кстати, не такой простой босс, на самом деле, до сих пор. Есть такое. Ну, у нас... Мы 24 человека, во-первых, были. Так что ладно. Зачем тебе логи? Мне в танке оставаться? Нормально как? Да, 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 нет, конечно, конечно. Ты сейчас танчишь прям вплоть до этого. До Хадира, на Хадире только спекаешься. А потом на Тореме, на Фрее ты нужен будешь. Че, у нас на третьей фазе все плохо было? Ну, учитывая, если бы синяя руна была бы. Ну, как и сказать, блин, вот мы, если. Ну как вот сказать, вот мы сделали минус ему сколько там, почти 30%. Это с БЛом и без руны, считай. До 40 каждого раза довели. Ну, я потом гляну еще разочек. Если нет, до 40, нет. То это очень хорошо, что-то сомневаюсь. Кушаем, ребят. Мы вначале убиваем Сталилома. Без второй смерти у нас было все очень хорошо. Чего? Без второй смерти у нас было все очень хорошо. Давай еще раз пробуем, что? Ну, может, мужчина. Просто на 10 стопнем это. Просто надо было реально стопнуть, не добивать моба, дождаться новую руну. Я сказал, потом... типа, у него 7%, я сказал стопнуть. 10, я не знаю, как 7% вы снесли. 10 много, он его добивает, во-первых, на 2 или 3% сам, это раз. А во-вторых, 10 это много, потому что можем не успеть перевести, зеленая руна у нас срется на пол. Надо... Это факт. Нет, пока доты дотикают, будет там процента 4. Я сказал, на 7 стоп. Ребята не послушали. Давайте, ладно, если вы хотите, я как бы не против. Просто время тикает. Ну, доты как раз и на 7 протикивают от 3 или 2. Рычаг. Окей, окей, давайте, хотите еще раз попробуем? Давайте еще раз пробуем. Не слакаем, пожалуйста, молю вас. Стоп, стоп, куда побежали? А, я что-то напу... Может, стоп, СС. СС, да, раскидайте, там успеете. Двум танкам или как? Дармацай, но и Ернира. Кузаки, вам не одолеть железное собрание. Наверное, был приступ, конечно.
Лифаня? Нажимай. Адресно? Конечно. Верник те. И бафы сразу накидайте им. На турда там не стоит, что ли? Должен стоять, я как бы... Да, можно разбегаться. Встали? Учансу, дай, пожалуйста, иннер на девочку. Владин. Руна мощи, нам будет нужно будет ждать следующее. Не особо топим, ребят. Да, руна смерти. Мы можем стоять ждать, ребят. Но... А чё он, или? От руны смерти. 5 тиков руны смерти, кек. 5? 5. 5 это много, да. Мурлак очень много. Бью столько переживает вообще? Ну, он присмотри пережил. 1, 2, 3, 4. Ну... Мегерк тоже там постояла. Ну слушай, за 2 секунды 5 трун прижито, это классно. Ну, Бурлак, вот, ну в смысле не стоял? Вот, ну вот я же смотрю смерть. Руна смерти, руна смерти, руна смерти. Тотем Мегерк тебя похилил, руна смерти. Какой-то баг, наверное. Наверное, баг какой-то. Нет, там внутри очень быстро убивает, то есть там даже на ДЦ под щитом, то есть, ну, молитва восстановления плюс камень, там только так нужно выживать. Может быть, просто не надо в ней стоять? В смысле не стоять, если он потом, ну, типа, появляется, что ты будешь делать? Ну, у тебя ДБМ показывает, что сейчас до 5 секунд до руны. ДБМ показывает, когда ты уже, собственно, почти и как просто бы... просто бежишь в другую сторону без перерыва. Если он у тебя ее ставит, ты продолжаешь бежать и убегаешь сразу из нее. Конечно, стоять ей точно не надо. Не, братан, я тебе как приз говорю, когда тебе ДБМ покажет, ты уже будешь на колбоне висеть. Нет, только увидел под свой заранее другого. Должен смотреть на ДБМ. Три секунды до руны будет. Ты же анонсируешь, разбежали, значит, это... Не-не, тут понятно, ну, типа... Пойти и бегать. Скорее всего, просто не видел, ну, типа... Прожмем в следующий раз. Это, собственно, именно та вещь, ну, по которой нужен, собственно, камень. Во-первых, хочу сказать, что убиваем в нормале. Ну, убьем не то, что в нормале, а с Магрейном просто последним. Модов там надо будет заливать. Танчу, я также двух, да, или как? Да, 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 да. Потом с тебя просто заберет мелкого. Да, блин. Формансайн. Все. Череп-крест, потом уже мастер-рун. Ну, прям, конечно, желаю тебя убивать. Девочка, давай попей там. Маны нет. Да, маны нет, только вымерло. Че, на первый так же не разбегаемся? Да не разбегаемся, разбегаемся. Чё-то на пол. Арча не буду делать. А, мы в среднем убиваем, да? Да, ну, блин, да... Да, ну, в смысле, Геру куда давать? На последнюю. Окей. Я буду спокоен лишь, когда
Не кливайте сейчас, мы все бьем стрелом, ребят. Можно все бурсты сдавать, как бы пофиг, я здесь уже. Кстати, идеально стоит Дермоцайн. Слышишь, Миля? Mm-hmm. Давай, Элифань, нажимай. Малгрейна щиток забрать. Малгрейна. Малгейна. Руну переставили. Крестик бьем. Можно разбежаться. Разбегаемся. Сейчас поставит он свою руну. Нет, массакры, осторожно. Подводим, убиваем. Ух ты, хорошо. Я думаю, может... быстро очень. Что-то другого не хочет ставить. Руна призыва, отбегай. РДД, сейчас нужно будет звездопады заливать. Фармега ловушку поставил? Поставил. Угу. Неплохо. Адов убили? Адов. РДД, Адов. Отбегай. Ловушку сможешь еще поставить? Адов убили, Адов, РДД, Адов. Падла его прям сразу делает. Так он почти как. Оставляй его здесь, не надо никуда везти. Изи. О. О, Волонир. Первый осколок. Не адов надо будет подбирать, да, варом? Ну да, там первый ады, потом ты таунчишь босса. Дармацайн, почисти, пожалуйста, к Алгалону. Вот. Почисти. Мигерка, стой. Да, да, почисти, пожалуйста. Там два ада. Пошли. Ну, я же не в соло. Нет, естественно, нет. А вот это байт, кстати. Хватит байтить. Девочка хил. Ты на стриме говорила, что тебе нафиг не нужен волонир на втором. У меня уже есть осколки на паладине. Не ври. Так, ладно, Костянка 5400, значит, следующий 5400. Ок. 5400, Костянка, тебе закидываю. ВЦ. Так, хотел бы я диск.
У нас ключ есть? Наверное, нет. У меня есть. Все, идем убивать Алголона. Не, Алголона, если будут силы, то, может быть, так не души. А что ты будешь убивать? Десак, дайте. Там у Лифа не КДМ, может быть, девочка сдаст. Да, уже все. Шо, кого? А, да, все, вот, да, вот так вот именно. Поставь, пожалуйста, кулагар на косяк. Хорошо. Еще раз уточню свою задачу. Смотри, у меня ставок стандарты, появляются ады, я их забираю, после этого таунчу босса по команде, правильно? Си. Ну, да, да, все правильно. Ты что, испанец, что ли? Не. То я бы с тобой... побазарил. Что, ты испаньоль, что ли, или что? Ну, я всю учился в испанской школе все детство. Да, Мегерк, может быть, ДД. Побежали, может, били. Кадира. Колечко с МП5. Дай. Это потому что второй раз в рейде. Второй раз в рейде. Подсумуньте, пожалуйста, Саяло. Юрнир, ты отлагал? У тебя как с пингом? Пойдет? Ханя. Запуск планетарного анализа Азерота. Лагает. Так, далее. Назад, смерть. Печать. Я ДДК. Чем активирует Голона? Для блага Вселенной эту планету необходимо перейти. Печать для ДК. Я запускаю. Понимаю. Системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Я прилетаю, делаю РЧ и будем пулить, как прилечу. А зачем запустили Голона? Мы то вообще не пойдем. Чего? Алголона запустили? Но ты же будешь убивать Алголона? А, мы же его не пулили, ну да, точно. А, я же тоже подумал. Так, козёл, фласк, транка, фласк. А у кого забирать козёл? У Ультрашторма. Голду мне. Булим правую руку, которая слева. Геро. Да, я тут Геро можно спала. Я лишу тебя жизни. Так, Лифань, готовь, то сакру, сейчас будем сдавать сакру. Про левую руку можно кливать, давай, Ханя. Лифань, давай, сдавай. Мирики правее просто отошли. Девочка, готовься. Сейчас скажу, когда нажимать. Сдавай. Хорошо. Крахак, наверное, тебя... ты дотерпишь Дармацань-то? Да. Окей.
Можешь зубы допрячь, ДК. Брлок, давай, на ДК дай зубы. Гернира, нажимай. Ну чё там, рук не бьем, да, правую? Окей, не-не, всё, уже не надо, бейте тело. Пососный даггер, если кому-то нужно. Опять ты... Не обижай лут. Да. В смысле, нет СПД, значит пососный. Хотя, да. На разбойника, значит пососный, вот так. Если разбойник не бьет СПД, значит пососный разбойник. Ну, я думаю, что ладов можно забирать. Вылетел. Герк, я думаю, что ты до Тарима, может быть. Да-да. А свободно. Шатница объяснит. Подморозить можно, ага, молодцы. А кто там колечко выиграл? Девочек. Давайте фул ребаф, кошатница подходит, мы должны пулить ее. Девочка, ага. Давайте, поставьте, пожалуйста. Задать пух танка, чего тут? Ты давай на боссе, Дармацайн, ты возьмешь адов. На пул, соответственно, Дармацайн, ты возьмешь крэк, босс. Зубы по колу. Про Магнополил уже? Там сейчас пул будет. Угу. Элифани, сейчас ждем. Элифани, на Айсерис нужно будет сдать боб. Пошел, второй пошел. Сакру давай, Элифани. Ух ты. Не было бомба. Так, ну что мы можем побрать? Шеферсо, БР, Косяка. Мы просто переиграем. Ну, давай переиграем. А че вы положили, легли-то все? Да. Вас. Я посмотрю сейчас. Падаем, да? Ну блин, половина рейда свалилась. Да мы убьем ее на самом деле, это долго. Это не ответ, да. Пинкман рано начал. Фрамыга, кто тебе? Короче, дохнем. Да дохнем, да, конечно. Косяк. А можно мне. Мне тоже боб, я что-то жестко уезжаю, прям страшно прям за себя. Ждись, ребята. Голова латная. С СПД, кстати говоря. Ничего себе. Плохая голова. То есть не пососная. Нет, с СПД не пососная. Но вот у нас встал один ДКшка без Геры. Ну ничего страшного. Давайте по бопам тогда. Эльфани, ты кидаешь у нас в Косяка. Гера не скинулась, не встал. Девочка, чего? Дебаф от Геры не скинулся, хоть я и лежал до последнего. А ты что, ДК или что?
лок. А короче, еще раз, Лифань, ты кидаешь боб на косяка. Потом девочка, ты кидаешь на ультрашторм. Ернир, ты кидаешь на Учансу. Ну, клок, косяк нац, или как там, косяк. На У. Учансу. Учансу, окей. Йора. Йора, ты кидаешь, на кого я тебе сказал? На Учансу. Кто у нас еще там влетел так? Лорд Маг? Лок, киньте карантинки. Давай, это Пинкман, ты кидаешь на карантин. И козел ты кинешь на... Просто кинешь. Да. Просто кинешь. И камешки. Я могу мастаунт нажать варом и под фулсейвами. Вот зальете их, можно попробовать. Мы сейчас бафаемся, ребят, не этот пул. Бафаемся спокойно, едим, слева адов убьем и там будем пулить. Да не надо издес. Ну ладно, давай. Давай здесь пулить, окей. Давайте РЧ сделаю. Надеюсь, все похавали, Ернира. Так что с мастаунтом, жать, нет? Да, дожми. Промык на пуле вы. Как. Убегай, убегай, быстренько, быстренько. Лифани, нажимай. Нажимай, нажимай, нажимай. Угу. Так зубы на Крэга. Зубы на Крэга. Заливаем. Ёпта, вы рофлите, что ли? Я что-то. Так что там жив, то ось добьем. Давай добьем. Много, конечно, у нас полегло. Во-первых, все, БР у Чансу. У Чансу БР Айсерис. Сейчас нужно под босса сейчас надо будет. А ты, наверное, от танка. А ты давай транка БР. Вы какую-то хуйню творите, если честно. Это набрали вообще. Дикого защитника заберешь, Крэг? Забрал? Ну кто хуйню творит? Скажи, что вот что за вот посыл вот был твой сейчас? Ну, это ненормально, когда у нас в начале откасает 6 человек. Почему? Ты можешь объяснить? Ну танк, ну танк. Даже танков. Больше 8. Или 9 даже. Во-первых, не уронили, а сам упал. Так, работа, тихо, тихо, давайте, не лажайте. Просто умер, окей. СС всегда кидайте... Косяк, ты всегда на бурлака кидай. По танк пошли. Сейчас ад умрет, нужно будет отойти. Все отлично. Уходи, уходи сам. Молодец. Это было хорошо. Драмоцайна, ты поражался? Прям снесли за 5 секунд. По танкам. Защитника забери. Промыкайся, можешь на пул на Крэгхага? Крэг, у тебя нормально, с талантом бей защитника, чтобы он там не прыгало. Его. Так, ближе станьте.
Ну, чтобы кошка не кидалась. Да, поближе встаньте все. Под танк сейчас опять надо будет. Если фервату куда-то катился, накиньте на шипы, скорее всего. Вы добьете спокойно. Изи босс. Слушай, Сейл, ты видел последний типа спидран Ульдуара? Где сколько там? Чей? 1.05, но там фишка в том, что они, ну, там ребята все убили, но они вайпнулись на кошке. Не, не видел. Ну кошка такая. Ну да, типа, если хреново спулись, да, вот, как у нас сейчас. Я не понимаю, Дармацайн, а ты, Мили, ты прожался или что? Или тебя просто так снесло? Не-не, я вообще вольтами был, что-то я... Хреновых вопросов нет. Лорд Мэнг, что там, вопросы есть у тебя? Ну нет, я вопросов не имею, как бы. Ну просто посыл просто вот от мага был, вот я спрашиваю, какой был просто посыл? Не, ну чисто пульнул босса, пошел фильмец посмотрел. Чё по логам? 20? В рейд не возьмут. Нет. Фил, на какую игру лучше сколько докидать? Плащ на танк, давай косяк, ты на приста всегда кидаешь. Бурлак? Да, бурлак. Плащ на танка, ребят, там... торгуется, мы ребафнемся и так далее перед боссом. Сейчас можно там что-то такое, там лапку, например. Крэк, здесь можешь фурика перед боссом. Чансу хил. Дальше торгуем. 900 пинкман. Вот такой Пинкман. Почему он забирает там кошмар? Джесси. Джесси Пинкман. Так. Thanks, bitch. Далее 252 чего? А, 252 кольчужные... Какие-то кольчужные руки. Вообще-то не какие-то, а бисна ретрик, а бисна хан... Да, нет? Да. СПД нет, значит говно. Ну да, точно. Какие-то хорошие перчатки. Бисна какого-то хуёвого армсвоина. Осуждаю. И давай поменьше вот этого мата. Типа... Ну блин, это одно слово. Окей, ладно. Я понимаю, что ты этот самый монашка, но блин, не настолько же. Ханжа, да. Одно слово и то правда. Иногда сложно что-то описать без мата, понимаешь? Понимаю. Ну, типа шпаток без СПД, да. Чел. 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 Левой стороны держимся, и сейчас нужно будет немного распредаться. За босса, перед боссом, сзади, справа, слева. На мопчика. Семь пятьсот хромега. Без как-никак. Этих пулись? Так, козел 9000, да, конечно. Промега сдался, что ли? В смысле?
всех запулили. Да, еще раз трейд. А, кольчужные плечи с МП-5. Танк я сейчас возьму этих. По черепу. По черепу. Без АОЕ по черепу. А ты что, пощек разыгрывал или нет? Кого? Оффхэнс флага. Нет, было. Нет еще. А он был? Да, он в луч был. Здесь Мегерка. Здесь Мегерка и Брулак у нас в ДД. Еще поставили пару групп. Брулак, у тебя прям полноценный ШП, да? Прям дамажишь нормально. Угу, хорошо. Добит нормально. Пока торгуем голову. Ладно. С СПД. Кушаем. Так, надеюсь, напоминать не надо, что мы будем относить молнии 2 кэмпа. Первый кэмп я поставил на тебя ромбик ультрашторм. Джеквит. К нему присоединяется Феназепан, Лорд Мэнг и Учан Су. Угу. Ребят, вы пишите вот плюсики, чтобы я понимал, что вы просто слышите, видите и знаете. Понимаю. Спасибо. Соответственно, следующий кэмп, это у нас будет Костянка, треугольник, зеленая метка. В ней будет Живелинка, Косяк, Карантинка и Упервсо. Упервсо. Давай еще туда Айсерис подойдет. А ШПшка... Две ШПшки у нас подойдут к магам. То есть ромбик. А хилы подальше от рейда, нафиг. Не вставайте в метки, никогда. Да-да, я думаю, что хилы так в курсе. Хант стакает костер. Хант тоже в курсе. Спасибо, господин Эрл. Пожалуйста. Так, следующий момент. Давайте я прям распределю. С левой стороны. Ты дернат, Мили, ты справа, влево, как тебе удобно водить? Mm-hmm. Да, вправо, кстати, поставлю. Mm-hmm, хорошо. С левой тогда стороны у нас все РДД убивают. То есть, начиная от самого левого вы начинаете. Давай там начнет Айсерис и Учан Су. Самого левого, да, он поставил череп. Крест, Живелинка и Костянг. Полунета поработают у нас Локки. И маги поработают по квадратику. Мирики, я думаю, что вам ничего не надо говорить, вы там сами разберетесь. Прокливайте все и так далее. С вас 4. Колба. Арче? А Геро когда? Я скажу, когда Геро. Примерно это будет где-то на 8-9 стаке костра, скорее всего. Окей, все. Живелинка, каротинка, фласки не пропи... Не пропили. Пропил. Живелинка? Стрелян. Давайте что-то на пол. Ромак, не забудь на поле. Так, кто там пошел душить босса, когда еще не робит такого? Ага. Так, мы около костра? Если да, давай, БЛ, давай.
Нету еще этих самых, куда был ты? Че тебе было? Ты все равно у тебя хоста большая будет. Забей. Мы относим в две метки. Я по треугольник. Они слетели. Они слетели. Серьезно? Да. Мы слетели, вон вижу. Move in. Зашли? Нет. Печеньку выбили. Элифаня, нажми сакру. Живи на КБ. Стаки падают. Но оно быстрее. Да, но это может ложиться. 30 секунд, 40%. Ну пробуем, давайте, пробуем. Я стопну. Не, мы не успеваем, падаем. Да не успеваем, не. Если бы не спал бы огонь, то успели бы, скорее всего. Саел БЛ остается до спятки, когда. Это в десятке пофиг, когда типа там напивать. До спятки можно без БЛ, в десятке можно без БЛ. Да, типа, когда он дал тучку эту вонючую, без тучки, типа, то, что толку от луча от БЛ, понимаешь? БЛ. Тебя луч, тебя там кап хосты, не? Нет, не кап. Сколько у тебя там не кап? Ну, типа, я без БЛ кастую секунды. Сколько я не помню, сколько луч дает, но без БЛ я долго кастую все равно луча. Ну и, посмотри, ты настакаешь медленнее огонь. Не спорь. Не спорь. Я... Нёте, нет. Я элитный подпилот. Стой, да. Ромбикс меня слетел. Я тебе печеньку поставил. Потом. Он тоже, по-моему, слетает. Тебе нужно ДБМ настроить и промоута забрать. Как дела? Так, что, оффхенд там хотели? Давайте оффхенд. Вон, бисовый, оказывается. Не всем. Ну, понятное дело. Так, окей. Дальше кожаный чест СПД. Давай возьму. Без боясь. Ватные спаги с СПД, с МП-5. Кушаешь? Геру так на 10 оставляем? Я скажу. Там она же тебе прям буквально потом, через сколько она тебе кинула секунд? Че рассказываешь мне тут? Я просто спрашиваю. Не-не, я не тебе, я он там же квит. Хватит спорить с вами. А с кем еще? Вводи рейды, тогда там не будет никто с тобой спорить. Я предлагал Фоджу кандидатуру РЛО. Он сказал, не-не-не-не.
Костянка, ты жив? Да, меня выкинуло, что-то не заходит. Надо кикнуть. А тебя выкидывают из игры сразу? Угу. Кикни его из рейда, и не заходи минуту. Звучит, конечно, как байт, но... Нет, так она есть, да. Это пиратка. Кикнуть. Касан, не заходи минуту в игру. Окей. Одноручная злоба. Потом пальцанешь на сайл. Ну и кожаные плечи. Все еще без СПД. Ну до этого все с СПД было. Почти что. Там мало. И латы. Давайте там. Костян, что там? Заходишь? Захожу. Отрезать? Чтобы не бежать. У тебя трупа нет, у нас же алло, Оля. Ага. Не-не, все, не-не, вижу. Сан, тебя должно было на колбуну еще портануть. Портанул, я только духа. Не-не, все, стой, не заходи. Ага. До креста пишет 50 дней. Нормально? Да. Так, чё, давайте РЧ, ты, Костян, готов? Айсерис, покушай, пожалуйста. Так, Ультрашторм, давай, я на тебя не знаю, какой поставить-то. Чайник уткнул. Если что, поменяй на луну. А чё, топух? Вы будете наказаны за это вторжение. Фармак, не сакай с костром тоже. Там луч сзади, отойди в луч. О, тащите Локи там, кто там. Вот теперь Геро. Да, добавил, добавил как раз. Ну, я тебе все правильно, тогда то же самое было. Нет. Да. Нет. Лифаня, давай. Давайте, ребята, тащите. Подходим поближе. Подходим поближе. Надо будет сразу разбить. Все разбивают, кроме магов. Move in. Зашли.
Пошли разбить, они прям очень хорошо стоят. Лучше шторму, нужна сальва, срочно. Сорви, сорви. Лучше сорви. Давай, постарайся собрать. Хорошо, дальше бьем. Забываем, что нам, если что, относить надо в метки. Обновили стаки, хорошо, молодцы. Еще чуть-чуть поддавить надо. Не успеем. Ну давайте вайп. Не успеем. Чуть-чуть. Чуть-чуть не успеем. Ложитесь. Не убейте, не бейте, не бейте. Не бейте. А где таймер? Все, он закончился только что. А, понял. Он ходишь, сотрясает. Не, ну я пытался сделать сол, но у меня не получилось. Вполне возможно, чтобы он дал, конечно, нам там осталось прям капечка. Ты понимаешь, ты колил Белл, когда не было еще тучек. А я заколил, когда тучки уже завесились на 10 человек. Угу. Да, на 10 человек, на 20. Проделать такой путь, чтобы умереть. А, чё там? Где ребята? Кастеры. Я тут. Крантирк. Крантирк, на тебя же тучка, я видел, чтобы была. Ну, я отнес ее. Ну, так она же на тебе тоже висит, не? Нет, она когда сюда навешивается на него, она ему бафт дает. На паладине видел в конце, была тучка, он стоял, ничего не делал. Я к нему подбежал, поймал тучку, вернулся назад в меле. Пинкман? Вор. Так он все равно стоял, никуда не бежал. Под конец. Ник, я не помню, паладин. Да, Пинкман, да. Я вижу. Там 4 заряда, если не ошибаюсь. 4 человека нужно. Да, сбить. Мира подъем. 5 зарядов. Один сразу моментально исчезает. А слышь, какой Тирелл. Давай же, Кейтерель, посмотрю на тебя. Я наирелился, спасибо. Костян знает, как я ирелю. Тут такой мат будет стоять, вор. Да, обычные слова запрещены. Обычно какие? Антон? Чел. Ты хиткап собрал? Я просто не понимаю, остальные не лутаешь ли тучку? Что, Фен, почему ты в Аркане? Там что, шмота нет на файре? Я хуже файре тут дам. А тут без тучки, конечно, было в этот раз. В смысле, шмота нет? Ну, на скорости не хватает. Да ну брось, ты ФФБ можешь без хоста играть. Я поэтому играю в ФП, потому что у меня говногир. У тебя вполне адекватный гир. 4 куска напялил, да? У тебя еще плюс БЛ, плюс... У тебя, короче, много всего. Я, типа... Не знаю, почему до сих пор ты в Аркане. Так, что там? Давай, Белл, да. Моя группа, которая маговская, справа стоит, в правом луче.
Право нужен баф. Все налево унесли. Ждем. Подошли поближе. Заходим. Вернир разнес? Ага. Хорошо. Сейчас убьем. Дельфайн, нажми сокру. Стаки пропали. Ё-моё. Пофиг, 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 бьем. Бьем, бьем, конечно, бьем, бьем, бьем. 20 секунд еще. Move in. Втопили, втопили. 9%. Да забейте втопили на босса, да, забейте на него, бейте босса. Спели, да? Да, да, конечно. Чел в соло просто. Ты красавец. Не, с этого раз вообще плохо стали. А там есть осколок? Да. Два осколка. Сколько там было? Я что-то не помню сейчас. Слышал, здесь два осколка, может. Или с чем-то. Но точно не скажу. А, 5-10. Да, 5-10 минимум, там не знаю. Помни в танка, да? Да, да, да. О нет, Мейерку уронили, нет. Так, Костянка, держи, перекинул тебя. Да. Можешь левать. Пока на тэше, напомни, что там мне надо будет. Ну, я так понял, забирать под удар или как там? Тебе? Ну, да, там типа ударяет босс какую-то билку, короче, по танку. Тебе надо в этот же момент затаунтить. После удара или до удара? После удара. Там тебе будет прям анонс, что он тычку дает. Прям у нас 4. Нигерк, ты здесь можешь в эту сам... Трэш. Такое сферу убили. Ее отводить надо. Да. По черепу. По черепу вначале сработали. Сфера сейчас будет. Сферу убили. Отводи, 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 отводи. Мы будем череп, если мы убьем череп, мы умрем. Нам нужно разрушителя убить. Ну да, да, давай держи живо, не, уже лежим. Сама. Не вытянем. Не, вытянем, если мы перестанем бить двойников. Стоп, стоп, черепа, стоп по черепу, стоп по черепу. Сфера. По-другому таргет убить. Креста доводим до лоу хп и добиваем их. Метка на заклёванную. Это не тот, это не тот. Без меточного надо. Да, бегал без меточного, вот, да. Чё-то много тебя. В смысле, я тебе помогу? Сферу убили. Так, сколько не умирает, черепа добить? И череп добили, да, потом остальных, неважно по кому, по крестику лучше работать. Че там паникуете раньше времени? Так это ты запаниковал там, а начал говорить, что мы сейчас умрем. Кстати, да. Вы паникуете, наводите эту панику. Посох. 10-52. Пис. Никому не нужен. Там задвоенные логи, поэтому... Куда вы побежали? Это резных людей, потом побежаем.
Лес на людей, там бафнешься. Поехали дальше. Кушаем. Мам, Андрей, тогда ты возьмешь своим Кайлу, ну, отведешь подальше. Хорошо. Торгуем, пойдем дальше. Дайте лапку. Часа ставки, боже, 11450. Там у кого-то занимаешь, что ли? Они могут проговорить, пока ты расставлять будешь людей. Ну давай, я сейчас отдохнет, да поедем. Микрозаймы делаю по полтиннику быстренько. Поехали. Буду расставлять, да. Там чуть-чуть, ага, и... Ну там правее, левее, отведи ее, неважно. Как, ты же в танке, да? Ты да, остаешься да. У нас здесь. Драмацайн, пойдешь туда. Зипан, ну хватит по 50, ну давай как мужик уже. Я как мужик по 150. Ты не бейте, стоп, зашип еще разочек, отведи. Надо, потом у тебя есть... А, нет, этого нет, этого можно убить. Чего вы делаете вообще? Это не тот, все нормально. Так, пока там торгуют ребята, да, начнем с того момента. Вот сюда ультраштурм плюс костянок. Где луна? Где луна? Я твоя луна. Дальше дернируют вот сюда. Если вдруг на тебя будет... Если вдруг, да, на тебе будет. Вот сюда прям. Если вдруг у тебя будет здесь Blizzard, просто себя хилишь там танк через бекончик. Понял, да? За сколько забираешь приз? Дальше... Миллион. Вот сюда а подходит у нас... давай, Элифаника, подходишь сюда. Плюс сюда подойдет у нас Фарамега. Далее вот сюда у нас подходит Косяк и Лорд. Вот сюда у нас подходит Бурлак ДЦ. Угу. Запоминает свои места. И сюда подходит как раз... Ну, ШП, давай ты здесь и останешься, да? Вот. Я запомнил, хорошо. Угу. Вот сюда. Так, что-то как у нас тут. Вот сюда, соответственно, у нас подходит... Можно чуть поближе там, если что. Сюда подходит у нас Живелинка плюс... Мигерка. Охо-хо. Сюда у нас подходит
Давай, девочка хил. Плюс Айсерис плюс Учан Су. Угу. Да. С девочкой хилом будешь стоять. Так, дальше. Ну, здесь остается, соответственно, у нас Оперсо, да, и Карантирк. 50 голды. А, фен. Фен. Мы тебя поставим, знаешь, куда? Сюда, да, здесь нормально, в принципе. Оставайся здесь. По меликам все очень простенько, да, два вара нет. Транка плюс два пала. Давайте у левой ноги. Издать мы с тобой справа стоим. Правой ноге. Ага. Да, у нас... О, да. Перенюхала. Ты стоишь сзади босса. И давай пинг-пинг, тогда ты тоже сзади босса будешь стоять. Угу. Всех расставил, ждем, когда закончатся эти торги. Да может закончить, просто отменить, а после я чувствую, они долго еще будут. Да, давай. Ставку ставь и все, и забирай его. Задушил, окей. В принципе, все. Сейчас я скажу, когда отпустить. СС на кого? Танков сейчас? СС на танков, да, косяк на Дармацай. На карантин, на Крикхэга. Да, это хорошее место. Угу. Давай. Что, свингер будет? Так, все РДД, кроме Айсериса, остаются, не остаются, а убегают туда. Также хилы у нас заходят, Бурлак, девочка и Елифаня. Ернира и Мегерк вы здесь. Давай, отпускай. Давайте вам. Брат, я твоя девочка. Не очень что-то. Пробухавшая так. Вы скажешь, что недоволен, а? Крак, самое главное, больших забирать. Погоди, я помню вас. Да, я тут обычно в фурике танчу, в десятке. Ну, в десятке-то понятно. А кините кукаста внизу. Зачем еще явились сюда эти чужаки, если чего внизу? Кивите кукаста. Право. Да, позвучи, пожалуйста. Право. Право. Кто откидывает, блядь? Совы. Это было лево. Лево. Сова была. Лево. Кристиан, пизди, это был ты. Да не флудите, пожалуйста. Левый вперед. И под босс. Ну, Лифани не тут, но остался тут. Ничего страшного. Там справится. Брат Лем под боссом. Тут сейчас скинь за косты, пожалуйста. Хило косты. РДД, подходите к ним, кого ешь. Конечно. Не-не, Саяла просто умирает на этой фазе обычно, поэтому... Блин, бревно, тебя все любят. Только вначале стакнитесь, с хила забрать, крэк, а потом беги. Кто первый начинает? Ты? Ты успеешь, все нормально? Стоп, все, мы стакнулись.
Бегите, успеешь дармацай? По два удара стоим, Варф. Ты сам говорил. Адов убили, адов убили, потом встали на свои места и рейндж обязательно посмотри. Куда его скинул? Геру? Да, да, конечно. Адата убейте. Ну, чуть левее. Мы забираем. Осторожно, Пинкман. Давай, Элифани, массакру. Прохиливаем, прохиливаем, рейд. Девочку бы. Быстрее, кто там рядом? Лапку сразу. Девочка, сокру давай. Не крутите босса-то, ё-моё. Вставай. Я встану, встану. В следующий раз тебе зубы сдадим. Бафа. Бафа обязательно танк. Скажи, заколь зубы, пожалуйста, сам. Гернир, давай. Забирай. Пинкман на БР. Ага. Баф Крэхэга, баф Крэхэга. Зубы какая. Угу, есть зубы, хорошо. Забирай, забирай. Знаешь, что значит драка? Пробуем добить. Попробуем, да. Должно быть. Ну, Бернт танка одного хотя бы. Есть БР. Опять СС. БР. Типа, пока идите. Кил Крэхэга. Давайте 5% там. Вот знаешь, что значит драка. 2%. Ну, вряд ли 300 тысяч вы снесете. Или снесете. Добью, добью. Ну должны, да. Давай, Костянка. Бабл. Ужас какой. На скилле. В смысле, чистый килл. Чистый килл, кожаный чест, кстати говоря. Хуйня. Да, без спада. А, есть чешуйка там. Затмил разум моего брата и убил мою жену. Герои! Теперь... А, это не, то, это, не тот. Это не тот чест, я думал, ты про чест, я думал, сундука чест упал. Кожаный там, 252 падает. Но я готов помочь. Нет, упал щит. Щит. Прости, пожалуйста. Так, я, чтобы нам поменьше времени, искру пойду, открою нам Мимирона. Мацайн там потанчишь, да? Слева особенно забери. Костяк, кинь на меня СС сейчас. На всякий сейчас случай. Я бегу сходу. Ну давайте начнем. Щит. 252. А чё 252 упал? Щит. Щит на СПД. А я вижу, я понял. Я поговорю, я поговорю с Торимом? Да, поговори.
Бистоп один полщит. Даруй мне силу! Надели моих смертных союзников! А ты, Сарел, вообще не материшься? Почему? Я побольше тебя матерюсь только. Ну, не на 25 человек. Надо же понимать, что здесь ты не один, как бы. Он выключает микрофон, просто головой в окошко, и там матерится. Боже мой, вот с этими я пошел. Ты слышишь, что ли? Соседи в окне? До меня доходит, да. Я понял. Москва такая маленькая. А в Москве живет? Кто в Москве живет? Ну, ты. Не, я не москвич. А где ты? Я очень далеко. Ну, там плюс-минус ставка. Какая хотя бы часть, ну, земли? Россия. Да, далеко. Таиланд? Ну, кстати, Тай неплохо. Ну, там девочки там девочки громко кричат, а ты был, нет? Смотри, давай включим Шерлока. Он говорил Си. Ну, это Италия, да. Может, Бразилия? Это, подожди, Аргентина. Подожди, Бразилия, это, по-моему, португальский. Португалия, да, там португальский. Да, это в основном Латинской Америке говорят. Да, Аргентина, получается. На испанском. Но опять же, это Испания, это не Италия. Так. Типа того. Прям. Какие-то вещи говорите очень странные. Девять 200 у нас выходит за 9500. Вау! Вы на что там беды? А, щит. Да, да, науки 900. Б-бизнес. Так, я смотрю, моду ставить по 50, она заразная. Ну все, Мегер КГЦ. Будешь прихилить как боженька. Так, Пинкман. Ты тут нужен будешь с Акрой. Угу. Давайте дальше. Кольчужный пояс. Чего вы там ложитесь-то, я не понял. Нас убило. Поставь шкаф меня потом подсуманить. Ты уже добрался? Да. У меня СС висит еще. Даже. А вару в танке оставаться? Да. Так, значит, Дермоцайн, ты будешь у нас-то на адах своего большого хотоплета сам как-нибудь поддержишь, да, там? Потрясающе. Ну, я замедляю столько. Ну, да, да. Держу. Вот, Издес, тогда мы с тобой напуливаем и бьем, избиваем косты громовому, Транка, и Транка, ты на водяном, сбиваешь косты, Промыга напуливаешь, кого ты напуливаешь, напуль кого-нибудь, в общем, на Дермоцайна, на ДКшку. Крэк, а ты на боссе тогда? В 25-ке помнишь, как его водить, как его водили? Через речку, когда там уже последняя фаза. Ну да, появляются эти перемоги. Скажи, как там засуманить сможешь? Вот, сейчас можем.
Давай. Что покупем? Два токена таких. Чест. ДК, маг, друид. Надо будет рыбу поставить. Так, второй токен. Так, я босс и хотоплеты, да, держу? Не-не-не, ты держишь все, что не касается босса. Три, короче, мы на тебя напуливаем. Есть суммон. Чего нет суммона? Когда мы сбегаемся на мелких, дается три луча. Мне двигать босса или вы будете просто сами отбегать? Конечно. Мы сбегаемся в тебя, но мы постараемся, чтобы такого не произошло. Но если такое произошло, то... Что? Ну, вообще ты тоже отходишь, как бы. Окей. Нет, там случае нужно было, всем нужно уебывать, потому что там очень быстро убивают. Конечно. Но, типа, это, скорее всего, будет вероятность вайпа. Да, лучше держите, ну, типа, в трагете босса, он кастует эти лучи, и вы эти лучи просто убегаете. Ну, там мы постараемся этого избежать. Нет, там бывает ситуация, что когда вот мы все сбегаем... Бывает. Его, бывает. Мы их заливаем, и в этот момент лучи. То есть обычно так, в этом и смысл. Держите, ну, босса в таргете и, ну, типа, смотрите. Если он начнет гасать лучи, просто убегайте быстренько очень. Да, сами. По поводу... Так, поставить рыбу. Рыба стоит покушать, пожалуйста, чтобы я сейчас проверил, чтобы у вас всех была еда. Дальше. По сакра, да? Первый у нас на каст. Я когда говорю каст, вы должны, в принципе, сами должны видеть. Но если я сказал, и, типа, нет массакры, это будет очень грустно. На первый каст у нас девочка дает сакру. На второй Элифанин, на третий Ернира, на четвертый Пинкман. Я постараюсь это все поозвучивать. Смотрите еще сами. Крэк, тогда... Ты сюда просто Эфрея веди. Вот. Что я тебе могу сказать? Арчи сделаю сейчас. Куда сюда? Вот прям сюда. Карантирка, не покушав. Фласк Фрамейга. Маламандра. Фласк. Здесь ее не двигают вроде как через реку, да? Ее ко входу водят. Да. Ну ты сюда просто подведи, потому что у нас ады слева. Посмотри. Не дай бог там дерево будет. Фрамейга фласк не вижу. Маламандра фласк не вижу. Вот сюда вот куда-нибудь. Все. Понял, да? Полить? Да, поехали, все готово. Древние, дайте мне силы. Естественно, если можно, вон на бурлака киньте. Герой огна. На втором, на большом. Окей. О, у нас есть время, сбежались. Сбегаемся. Заливаем. Заливаем. Стан откидывания. Угу. Потрясающе. Можно, кого фаер стоит, нажать. Не умрите там. Одному теперь добиваем. Хорошо. И корни первостепенная задача ваш. Большой. С гневом не забудь, что надо выбегать. Угу. Ну, недалеко от хилов, алло. Лучи, осторожно. Вышли из лучей. Костян, блядь. Корней, выйди. Ернира выйду. А, ты забаблил, да? Окей. Девочка, готовься нажимать. Там дерево выросло. БР. Дерево в воде. Да, видим. Помогите мне, дети мои! Бафнуть, пожалуйста.
Замедлите? Ну ты же замедляешь. Бля, я критую, я не замедляю. Ну замедли его что-то. Ну и ДКшка, замедли. Будь че осторожен. Каст, Лифаня, молодец. Дерево. Из лучей выйдите, ты ё-моё. Все нормально. Ну, хз, ноль замедление. Давайте на следующую троицу дадим армию, хорошо. Да, можно будет армию. БР Дармоцайна и баф обязательно. БР, 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 быстро. Сейчас рандомные будут. Угу. Юниры? Хорошо, молодец, пинг-понг готовишь. Сбегаемся. Сбегаемся. Можно и бурлаку иннер дать. Заливаем. Заливаем. Стан откидывания, стан откидывания. Мы убегаем. Потрясающе. Сифрост. Заливайте, заливайте, пока можно. Живи, живи, живи. Серьез, беги. Хорош. Дерево. Дерево убили и... Рутай, рутай, рутай. Давай добьем его. Прохиливаемся. Дальше можно вызвать армию. А, Белл можно. Давай, давай. Не, армию не надо сейчас. Это... Армию на следующее дадите. А, пинг-пон. Хорош. Дерево. Косяк вышел. Дерево убили. Быстро руты выбей. Руты, первая задача, руты. Отлично. Здесь можно будет армию вызвать. Танчик хватоплёта. Девочка. А, ну да, девочка должна была нажать. Ладно. Следующая девочка, если что, ты нажимаешь. Так я прожала сейчас. Поздно, ну ладно, окей. Лифани, готовься. Руты. Дерево слева. Альфаня? Хорош. Дерево свободу, ребят, надо убить. Обязательно. Все, стоим здесь, потом, если что, через воду просто водишь. Сейчас она сделает. А Айсерис Берни, пожалуйста, ДКшку. Корни быстро вы. Корни. Хорошо. Подожди, 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 подожди. Вот теперь переводи. Вот теперь переводи. Все перебегаем, ребята. Пин и Юрнира. Окей. Пинг-понг, готовься на каст следующий. Перебегай, перебегай. Просто через речку веди. Пацан, ты будешь водить? Я что-то забирать не пойму. Че, че? А, ну, если он водит, то пусть водит. Не-не, ты же водишь, что ты начинаешь? Это он просто забирает у меня зачем-то, или он просто переагрывает, не понимаю. А, ну, возможно. Да, я тачку покалю. Пинг-понг, готовься, сейчас будет каст, давай. Хорош, переводи. Держи это дерево. Да, надо рядом добить. Кто там смотрит? О, посмотрели? Рестите людей. Давай осколок Ланира. 5400. И танковская нека. Можете сразу лететь в искру. В танк не нужен? Нет. Драмацан, ты же справишься там с Аляно?
Нет, я не смогу мелочь собирать. Ну, оставайся так, Крэг. Я бы хотел, конечно, одного танка. Ну, давай, оставайся, оставайся, Крэг. Так, Костянка, держи. Да. Приходи сразу за кнопки, это алхимик. Ну да, Фрейм частенько убили, даже вчера было хуже. Вчера что было? Там аншлаг был вчера на Фрей. Чё-то идти можно на 2 минуты? Да, давай 2 минутки. Так, Айсерис. У вас вартанг вчера был? Все-таки, когда мобы отлетают под станом, это сильно проще, чем когда они начинают разбегаться и неприятности до вас заставлять. Я не думаю, что в этом какая-то большая, типа, проблема. Типа, совсем не та проблема, я бы сказал бы. Но обычно проблема именно на мелких, насколько, по моему опыту. Проблема обычно... Опа, транка, ага. Я мелких просто сам в крысу чуть-чуть раньше, чем колил сейл, откидывал, и все было хорошо. Смотри, ай, сука. Смотри. Какой же ты, конечно, я не могу. Это было в тему. Я их откидывал, это по твоему колу, их Костянка откидывал еще дальше, и вообще было офигенно, никто даже урон не получил. Тканевые ноги. Я не хочу крафтовый покупать, отдай. Так, мне нужно будет пингман от тебя, наверное, тоже оставь, пожалуйста. Последнее было только что. По типсу у нас в принципе, у нас все нормально. Все, чел, хоть. Как чела прошу. Кушаем. Это был ва-банк, как бы. После ва-банка уже ставки не принимают, сори. Так, Дермоцайн, ты как? Давай вначале тебе зуб, наверное, кинем, да? Потом свое шиво прожмешь. Ууу, чел. Да, может. Угу. Камушки берем. Соответственно, что мы делаем? На первой фазе, понятно, да? Немного небольшой спред держим, РДД-6. От дотки не умираем. Fire Aura стоит, да, окей. Далее, про зубы сказали, Бурлак, первые твои зубы, я постараюсь заанонсить. Если что, Дармацайн там тоже, я думаю, проанонсит. Далее, вторая фаза у нас, мы сдаем Костянка сразу БЛ, как он подойдет. Что мы там сделаем? По сейвам у нас дает девочка Хил, потом Ельфани, потом Юрниры, потом Пинкман. И... В целом, в такой же последовательности у нас идет Имашки, но я думаю, что можно... Козел, можешь Имашку свою, да, на Fire, которая у тебя должна будет стоять в тот момент, можно дать каким-нибудь... с какой-нибудь сокрой. Ок, Козел? Угу. По Имашкам я тоже по анонсу, но я думаю, что мы, в принципе, должны убить за минуту. Меньше, чем за минуту. Чуть-чуть плюс-минус. Там смотри сам, когда прожмешь, типа, Машку. Лучше, чтобы это было, да, по третье или по четвертое. Такая серия, что там, давай, 900 голды. Так, на третьей фазе, соответственно, Дармацайн, ты у нас забираешь больших. И стараешься бомбочки, да? Если бомбочки еще сможет у нас перенюхало забрать... то будет это супер. Моя задача всех остальных собирать на третьей фазе? Твоя задача, да, всех остальних можешь, в принципе, иголу потаунтить, когда там косяк или карантин, когда наберет какой-то трит, чтобы тебе просто тычки летели. Если ты забираешь, соответственно, да, ты уводи куда-нибудь от огня подальше, чтобы, когда мы ее сбросили, мы смогли мили бить. Ну, а на четвертой фазе там так понятно все, да,
Драмацан, я думаю, поводит нормально нам. Главное, чтобы вы стояли более-менее разрозненно, так же, как и на второй фазе, не друг в друге. Это касается РДД. Давайте смотреть, что выйдет. Стоял, распредели на вторую фазу людей по две стороны, чтобы лишнего дамажа не хапали. Так проще. По СС-ам чё? Ну, рейнджейс. По СС-ам давай на бурлака один. Уже всегда висит. Уже висит. Давай на девочку кинь. Что, вот на второй фазе у вас столько времени, ты не распредаешься, что ли? Ну, люди могут не... Ты мне надо. Да, да. Инту дай. Да. И лапку дай. А, не вижу. Стамину на половине. И духа. Угу. Все готово. Что ж, стоим здесь. Можешь рассчитывать, я думаю. Мало ли кто-то прослакает. Что-то на пол. Мы все направо, да, сейчас бежим? Ну, бегите все направо, да. Раньше только 6 РДД. Друг от друга. Ждем, ждем, ждем. Бежали. Распределить, да, право, лево, вот распределить. Зачем вы трехминутки жмете сейчас, ребят? Все бусты на вторую фазу, камон. Зубы. Двух минутки откатит. Милики отбежали. Чуть-чуть вперед. А. Ой, ну, фен в своем репертуаре. Так а чё мне если не прохилили? Чё мне глыбу прожимать? Ну, прожми глыбу. На эту хуйню лучше игру лучше, да. Бэр, тебе нужно вести, потому что огонь везде. Должен попустить уже скоро. БР, да, и бафнить его, пожалуйста. Отбежали, милики. БР из деса. Притирас кастует, меч крыть. Ну сейчас добьем его, я, может быть, и бегать имеет смысл. Окей. Сакру дали. Квадрат, квадрат, квадрат. Ребафните там, стамины нет, лапы на мертвых, вот эти каски, кулака. Каску еще не дали, роги, вижу. Так, очень плохо будет нам. Рано побежали, не? Да, он все равно будет потом. Да, будет срыв. Будет огонь все равно. Так что, милики, готовьтесь прям врываться. РДТР, спрейдайтесь уже потихонечку. Милики, подождите, 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 мидли. Сейчас он бахнет и пойдем. Поехали. О. Девочка готовит? Ой, бомба прям под нами, ребят, не улететь. Шамили умрут все. Давай. На бомбу бабахнет. Мили, отошли. Дети, большой рейн. Хорошо, Елифаня. Бомба херня, конечно, была. Не-не, это надо ложиться, это бессмысленно. Здесь у нас нормально, но ложиться надо. Ложите под бараж, прям вставайте, ложитесь. Типа бомба заспавнилась вообще отвратительно. Бомба, ну бомба да, но дело не в этом. Люди не из-за бомбы умерли. Тут да. Мы все в одну сторону отбежали, он начал конечно. Туда стрелять. Конечно. Как раз это из-за бомбы было. Из-за бомбы, там по-другому. Быстренько встаем, бежим. Кстати, феназепан, ты сдох не от напалма, ты сдох от мины. Вот оно как.
Глыбу надо нажимать. Сорян, говорю. Сорян, да. Может быть такое. Ну вот он где вагон. Поймали мы его. А, воин, охотник, шаман, токен, штаны. Не стесняйтесь на первой фазе двух минутки отдавать, откатываются. А все остальные, все ваши бурсты ваши должны остаться на вторую фазу. Да, стоял, на двух минутки откатываются. У меня 2.4. Трехминутки не откатываются. Трехминутка откатится где-то на 20-й секунде Бэйла. Теперь тоже норм. Такое. С какой был? До трехминутки, блин, это ваш ваниш и все, что ли? Мы сейчас умерли на трехминутке. О чем ты говоришь? Двухминутки можно сдать, но трехминутки не надо. Ну, у нас как бы да, у нас сумочку-то только ваниш, по факту. ДК, маг, друид, штаны. А, рога еще. За душу. Чего там? Чего там мигаешь? Ходите, надо бафаться. В общем, мы должны быть уже на йоге, по факту. Да, и уже должны Алгаона были убить. Но нет, Алгаон-то перегнул, конечно. Алгаон какой-то левый мордак его закрывает, а мы не можем. Очень смешно. Своял, ну нужны тебе эти штаны. Да, да. Свои да. Обгадил, что ли? Чуть-чуть, что с твоими? Ну, а тебе зачем? Тоже обгадил, что ли? Слабые, что ли? По себе, что ли, судишь? Так. Так, надеюсь, я сделаю РЧ. Все покушали. Ласка Дармацайн, не забудь. А, камешки. Камушки возьмите. Да ты запарил. Мы. Знаете, это мы запарили. Мы команда. Так, встаньте, пожалуйста, все в угол. Да ё-моё, что так долго ты пишешь? Так кек какой-то. Встаньте в одну кучу, потому что вот огонь падает, вы там бежите, половина у нас просто половина хп теряет из-за этого. А чё-то на пол. Можете летовать уже, на всякий случай, там некоторых слабеньких самых. Зубы давай. Спасибо. Все чуть-чуть передвигаемся. Милики, осторожно. Да-да, передвигайтесь сюда поближе. Осторожно, мины. Лифаник, осторожно.
сейчас будет огонь. Так, это твое? В миле. Очень неудобно. Миле, осторожно. Ну, форам... БР. Добиваем, добиваем. Квадратик, квадратик, квадратик. Я просто что-то это. У тебя БР или фрамыга? Станируем указку, кулак. Да и хватит вводить, и так все знают. Бахнуло. Кто там далеко очень бегал? Я бегал, я в минах закрытый огнем был. Кто-то один здесь, останьтесь. По огню пробежал, чем по минам. Тихо, пожалуйста, козел. С какого хрена? Лес его. Распрядываемся уже. Можно подходить. Берн теперь только ДПС. Конечно, где, 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 где? Тыкни на карте, где ты? Ну и чё не БР 0-то? Да. Готовь, масс... Давай массакру, девочка. Лифани, готовишься? Давай. Бараш, осторожно. Юрнира готовишь? Давай. Пинг-понг готовишь? Давай. Динара рядом, ребят, улетит сейчас. Или осторожно. И Машку, девочка. О, боже мой. Как это так вообще? Давай в нормале, короче, убьем и все, я типа... Я вот, ты говоришь, не флудей, я тебе в личку скрин послал. Это момент активации второй фазы, посмотри. Норм ли, а нужен на танке? Нет. Да тут дело не в хиле, а просто то, что люди умирают. Не прохилили. Тут лок стоял еще 0 хила. Фрамыга, шоковый удар. Не знаю, как может быть это прохил. Это что такое, Костян? Не слышал, не видел. Просто в сторону вставай, сейчас попробую резнуть. А, почему? Ты хочешь хила и попробовать Хэми убить? Не хватит ДПС там, и так у нас что-то мало. Долго убиваете. Да мы долго убиваем, потому что у нас 3 откисла. Сразу. Считай. Ну, поставьте там плюсик, кто за попробовать с 6-м хилом, но я, если честно, прям очень сильно. Слушай, ну мы... Я могу потратить время. Типа, короче, я тебе так скажу, что Мартак, который собирает инвалидов, они закрыли. А здесь намного люди, ну, как посильнее, объективнее сильнее. Поэтому я считаю, что надо все-таки закрывать. Поставьте плюсик. А в чем сила измеряется? В сантиметрах или в чем? Я вот вижу, люди на минах... Общий показатель выше. Козёл, вздох от мины. Ну, типа, это... Ну, это, типа, не прохиливается. Ну, вроде... Показано. Ну, ладно, ребята, готовы за пятницу. Полурон, короткая очередь, только немного хилос. Нет, к тебе вопросов нет. Я про тебя не говорю, я вот про других людей.
Так. Ну давай, давай, Костян, давай, давай. Если честно, я бы, конечно, бы друида спекнул. Но хотя там... Давай, давай, ладно. Грег, тогда ты в танке. Они хотят пробовать. Не, Лулу, давай лучше друида спекнем. Зачем ты Рашаман? Это по факту. Ну, я-то за друида, чтобы Айсерис сделался хилом, а не Костянок. Костян, бог? Я знаю, что ты хочешь похилить. Ему нравится так квадратики одной кнопкой закрашивать. Камешки. Отпиваемся, пробуем, если хотите пробовать, давайте пробовать. Я типа не против. Урну. Локи, поставьте, пожалуйста, камни. Спасибо. Крэк, ты в танке же, да? Да. Ты знаешь, кстати, Крэк, ты, в принципе, можешь не дамажить, ты можешь огонь выводить. Окей, попробуем. Который первый, типа, появляется вот здесь, ты просто стоишь там право-лево, куда там, по стеночке, да, чтобы выводишь все. Окей. Давай так. Чёрче. Пинкман, покушай. Не умирайте, глупый. Только на первой фазе водить огонь. Да. Ты не то, что на первой фазе, ты на первой... До первого. Там 30 секунд примерно у тебя будет. Надо. Дальше ты можешь спокойно дамажить. Костян, готов? Перенюхал. Чего не хватает? Костян? Вроде готов, а что-то на пол. Можешь уже... А, то уже... Угу. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение полностью. Ждем. Бежали. Опа. Ну это залет, Мегер. Здесь встать. Ну, бэрить. Это бэрнул уже, окей. Зубы. Мелики отбежали. Ну, Мегер. Не надо бы рыть, пока не надо бы. Сандров нету, волк. Пиво. Транка, чё с Сандерами? 5 Сандеров висит. Ух, что повесил, когда пришел. Милики отбежали. Осторожно. Осторожно по минам. Ну вы кекаете, я типа вот не хочу в таком плане убивать, это же бред какой-то, бэр эти вагонов. Ну типа человека сейчас не прохилили оперфоса. Так, мы стакаемся? Ну, да, да, сейчас огонь будет. Оперфоса бэр, у Чансу бэр, не Чансу... Магерку бэрков не покупают. ДПС слабый, мало, много огня. Просто рядом с хилами, не бегайте в ебенях. Ты это Магерка, объясни, который вначале умирает дважды. Так, а что бэрнуть-то людей? Можно уже подходить, потому что у нас огонь будет во время... Ну, короче, плохо перевели. У нас есть сколько бэров? Нет бэров?
А что, не вставали, что ли? Не бэрили. Два раза бэрили наверху. Давайте попробуем. Девочка, готовься. Бомба опять в говне каком. Давай, девочка. Фамилия долбанет. Или Фаня, готовь. Ну, в общем, вот. Ну вы же рофлите или чё? Я просто, ну сказали же бомбу вблизи, ну типа кек. Ложитесь, это бессмысленно. Это бессмысленно. Не, я за то, чтобы бить нормалу и... Да, у нас мало депса огня, очень много на первой фазе после потушения. После того, как он потушил капли. Просто людям въебал бы по минус 50, блядь. Да и всё. Ложитесь, ложитесь, я в нормале, убьем и все, типа, сори, но это не стоит того. Да зайдите уже в огонь, а, ну. Тем более с хэма, кроме этого говна, ничего не падает. Хоть бы поставить себе хилит, ты убираешь? Стоит хилиться просто, тянет время. Ханя, ты чё? Все сидят, ждут, пока... Так, паладин, жрец, лок, глава. Глава. Кстати, Аняка танковая была, не пропустил её? Не-не, вот сейчас мы дойдем, дорогой мой. Че, никому не надо, что ли, паладин лок? Так это башка, алло. Ну, да. Так она бери. За баш же покупается, у всех уже есть. Бери, тысяч... бери, давай, тебе вообще пойдет. Понял, ладно. Голова, воин-охотник-шаман. Интересно. Ты что, все-таки в нормале? Да, 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 конечно. Не-не, ну люди не хотят убивать. Я типа. Ну, не хочется тратить ни свое время, ни других людей, которые здесь как бы уже убивали в хэме. Не умирают. Ладно, там Бегерка умирает, как бы это ладно, а остальные-то что? А почему, ладно, Бегерка? Лол, да, почему? Бегерка, ну, басик. Ей ну, позволено. А, вау. Вы на басике? Кто вас себя называет на басиком? Я. Yeah. Ну ты-то понятно. Да ты-то тоже понятно. Костянка, сознавайся. Костянка не на басик, это я без вас знаю. Это, в смысле, Костянка, признавайся. Я на басике. Да. Вот, видишь? Пинкман, взрыв мины, ну вот это кек же. Ультрашторм. Я блин. Взрыв мина! Мина! Иди в жопу, это блин. Это мина. Это блин. Так, танковская шея, пока персо бежит. Карантирка. Взрыв бомбы. Так, да нет. Какой алголон? В нормале. В нормале убьем. А. Так, рычей не буду делать, отчет на пул.
А, хака была? А, сори. Зубы. Или можно отбежать. Ксян, отойди уже от меня, задолбал. Это мы вместе играем. Блять. Слышь, он в три раза в меня эти хуйню кинул. Может, Геру на четвертый отдадим, чтобы. Ну, логи там. Да, 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 конечно. Логи. Локи. В норму ли? Не-не, Гера на четвертый, на второй вообще бессмысленно. Не, конечно, да, да. Нажми сокрою, девочка. Алифания, давай. Верни, размякай. Вращение. Как он нас вращал вот сейчас, буквально пару минут назад. Так, сейчас он вертится. Пикман можешь нажимать, если ты еще в том спеке. Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. А где собираемся? Да без разницы. Скажи, здесь что, собираться еще здесь в нормале? Бля, вы крас... Царапин, красавчик. Гейском. А, да-да-да. Осторожно, бомбочка может быть сейчас появится. Мы все в фокусе, мада, все в фокусе тогда. Станы, замедление, апулы. Звездопады, три совы. Сажать? Да, сажай, сажай, конечно. Спасибо, что посадил. Второго робота пока там замедлить. Можно сейчас убить. Хила трогают брахлоботы. Помогите кто-нибудь. Бля, ну и откидывай. Не побить. Плохо. Насладитесь его великолепием, грейтесь его сияющим и
До 10% доводите, свечитесь с тела. Кто еще бьет из РДД голову? Непонятно. Блять. Опа, опа, так, вагон, вагон, вижу, вижу, вижу. Следующий. Блин. Я просто не сказал. Вот реально, но это я же. Я от мин умер, не пиздец. Еще лучше. Мили отошли. Мили отошли. Добиваем. Голову. Какой? Низ убиваем. И голову тоже, одновременно. Да. И голову тоже убиваем. Да. Джеквит. Это мины. Это мины. Это просто, конечно. Невидимые мины. Это мины. Мины, блин. Это блинка мины. Отстань меня. А сейчас можно по минам? Да, можно, можно. Конечно. Это кринж. Когда ты 3 трапе выпил, уже все, что угодно можно. Это кринж. Это весело. Угу. Вот так интересно называют. Веселье. Так, ну давайте дальше. Токен, значит. А, ну не токен. На генерале нужен будет офтанк? Не. Стивое. Мейерка, стой! Смотри сзади, смотри сзади. Но до... Крэг. До... На трэше нужен будешь до... Господи, как его там называют-то? Генерал Везекс. Да, да, Везекса. Да нет, с костами как раз у меня не будет проблем. Отвечаешь? Да. Ладно. Я сильно смотрю, что у Мириков будут проблемы какие-то с костами. Опа. Дошла. Красиво. Трясаем, трясаем. Тут с БЛ не будем сдавать. Почему нет? Мне кажется, мы быстро пройдем. Хотя можно, почему? Можно, можно. Нужно. Сейчас все подойдут только. Косяк, Пинкман, Ультрашторм. Где? Че, мы дохли, мы бежим. Зачем вы дохли? Пришел, у вас моб скушал сферу, и я сдох. А-а. Аналогично. Вот оно как. Поехали. Можно сакру нажать, девочка, например, да? Белл сдать, например. Ну, на Лифане нажал, ладно. Боб можно подкидывать бедненьким. Все как на боссе. Юрниры можешь тоже сакру сдать.
вышло. Нет, девочки, не ври. Говорит, бежит. Господи, это вот реально наш. Вот реально сейчас у нас вторник. Вот мы во вторник вот столько же проходим. С твинками. Может, дело не в дне недели. Вероятнее всего. И смотри, меня не было во вторник. Ага, то есть тебя нельзя брать, я понял. Нет, наоборот, логика другая. Если раз столько же, значит дело не во мне. Окей, ну сегодня-то мы должны были закрыть Фухаем. Ну, Мирона, что там? Ну, в анкете было так написано, да. Возможно, дело все-таки в нем. Возможно, это я говорю. Ау. В каком из... Будет интересно, а... Ты как знал? Ох, у меня хз, под конец 5 человек отвалилось более-менее нормально. Я тоже верил, что будет логалон, пока не увидел вроде Костянку. А чем Костянка тебе не нравится? Он рак. В смысле? А чё он в ГБ ходит, по-твоему? В кильтрейды не берут. Ну ясно, рассказывай. Направо мы идем. Воин, охотник, шаман, токен, перч. Таких токена 2. Его даже форжик в среду не взял, представляешь? На ком Костянка был? Не на ком, что не взяли. Да, форжик в среду один ходит, чего? Кто посол разваливает? Так, пацаны, давайте разваливальщики. Второй токен, такой же. Воин, охотник, шаман. Берете и не прогадаете. Да нет такого. Это Костянка байт, что ли, мегерки, что ли, я не пойму. Оговоричный хейтер. Че, поехали, поле дальше? Мегерка, у тебя нет хейтеров. Че, за угол не будем пулять? Че, да какой за угол? Надо было просто врываться на нормоцайн. Опа, на Костянка умер, посмотри, ты посмотри, я же говорил. Косты позбивайте там, да, подтянуть можно. Можно на поле. Так тоже можно, кстати. Лучшего Холи Пала уронили, ну. Холик сам себя, получается, уронил? Нет. Другие Холи Палы уронили лучшего Холи Пала. Лучший Холи Пал жив до сих пор. Ну, как бы... Не, все, и Элифаня лучше, и все. Вот вообще все. Нет, он хороший, это хорошее сало, доброе. Вот если Костянку возьмет МК, там не скупитесь. Как плачешь за убийство? Ну а зачем Савуту? Началось. Чансу, кто тебя убил? Я как будто в гильдрейд попал. Тут за мою голову в гильдрейде голду предлагали. Мне кажется, это в каждом рейде. Че? Мне кажется, это в каждом рейде гильдейском такое. Кстати, да. Я только в одной гильдии, слава богу, играю.
Блин, не успели второго посмотреть, ну ладно. У нас ИП давали за last kill. Ну, чуть-чуть подожди. Человека. Короче, народ, кто там? Подожди, попейте немножко и будем пулить тогда. Теперь рассказывай свою историю. Кто добьет Костянку или Саелу, послал last hit, нанесет 1000 голды от меня. У нас точно так же. Только нашего ханта. 1000 голды, который уйдет с ГБ рейда. Лол, ору, да. Там Саела сверху накинет минус 30, и твои 1000 голды вообще ничего не значит. Опа, вот это уже залет. На пул обязательно. ШВ, так, сокру прожали. Девочка, готовься сокру прожимать. Там танком накиньте фейерварт. Пикман, готовься тоже сокру нажимать. Давай. Нету, но и ма нажми. Какую-нибудь. Крепни в дальних рот. Бля, косяк, 18 тысяч. Дали по домам. Бля, косяк, одну кнопку нажимал. Угу, устал кнопку нажимать, палец уже большой заклинил. Ну, так, во-первых, там две кнопки, а не одна. Таб, семечко, это две кнопки. Сейчас не надо табаться, это БК табали, сейчас не надо. Не, тоже надо, если цель не дамажится. Я думал, то еще в таком паке будет дамажиться. Сейм пока там идет. Ну, у меня порой бывает, я 5-7 их накину, и они как одновременно ебанут, и я умру. Ой, извините. И я сразу же погибаю. Для этого есть специальный чувак, который называется Елифани. Он умеет кидать бал. Да, это для слабаков. Помогает? Альт F4. Смотри, он в МК зеленку нажал. Все равно убили. Ё-моё, вы считаете, всё же время. Обидно, что не помогло, да? Там настолько умный этот бот, что прям нажал МК зеленку. О боже. Умный ХС жмёт. Бурлак, скажи мне, ты как профессиональный ДЦ или как профессиональный ДЦ? Бегаешь или ходишь у босса? Но мне типа абсолютно пофиг, как ты будешь. Мне типа как тебе удобнее. Самое главное, чтобы ты делал свое дело. Мне, если честно, пофиг. Блин, а чё, не заработал до сих пор логи? Писать, че, у меня все работает, не знаю, что с ней. У меня что-то нет, захожу ощущение. Там ранкинг, откази. Хадира, ура. Ты ссылочку-то кинь куда. Да есть там ссылка. Пир поставили, хаваем. Побегаешь, значит. У нас много РДД, в принципе. Тяжеловато он будет. Так, значит, а слева у нас будет третья группа. Плюс опер в СО. Это слева. Не-не, все, вот. Оставайся, бегаешь. Значит, справа у нас четвертая группа плюс бурлак. Хилы, соответственно, остальные мили. Четвертая группа, не вижу вас там. По кикам настраивайте себе. У нас будет две группы. Первая группа это... Слева, я же сказал. А лок со второй группы. Ага, а лок со второй группы. А лок. Ну давай, иди... Право, да, давай право тогда. Давай право. По кикам.
соответственно. Вот два компа, да? Да, 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 два. По кикам, ребят, у нас, соответственно, выходит что? Саела, Крэкхэк и... Перенюхала? Да. Ну, ванник какой-то. Второй кик Издес и Транка. Ок, да? Давайте так, я просто буду страховать. На всякий случай. Первая группа это будет а-ля вот Крэкхэк и Перенюхала. Там, не знаю, Крэкхэк слышишь? Перенюхала слышишь? Это на, когда на второй фазе? В смысле всегда. А, ну окей. И на первой, и на второй. Ну вот, Издес и Транка на второй. Вторая группа, которая кикает. Поняли? Я покикаю там. Что-то покикаю, в общем, тоже. Давайте сразу так. Кто умирает от откидывания, я делаю. Не сбивается первая или вторая группа. Тоже, ну, делаю минус голд. Блин, а чуваки просто подыхают по пять раз, блин, а за такую мелочь, блин. Нет, да мы не, нет, нет, мы вряд ли просакаем косты. На минах не грех умирать. Предупредил, предупредил. Умираете от шипа, минус. Все. Просто сейчас? Здесь замедленная скорость атаки, иногда бывает у вара просто тупо нет раги сбить. Да, у тебя есть приятный, но бывает. Крэк, у тебя есть ДК, который тебя подстрахует. Ну вообще ДК вообще должны сбивать, у них ничего не стоит. Транка фласка, Мигерк фласк. Чё-то так, у нас, соответственно, Дармоцайн, давай с тобой, что у нас? Первые зубы, второе твое. Третий тебе сдаст козёл. Сдашь у нас. Третий откатится, моё. Почему нет? Первые зубы. Ой, зубы, да. Ладно. Первые зубы, вторые твое, типа, ты прожмешь. Третий тебе дадим от козёл сокру таргетную. Знаешь, да, козёл? Бабл, и иначе тебя шотнет без бабла. Угу. Понял. Все, вот, поехали тогда, чё? Не то, ну да пофиг. Вначале можно пулить Издес и Фарамега обязательно, когда выйдет ад. Тоже напуливаем. Чуть-чуть отвел, все, дальше не надо, все. Ваши бурсты должны быть 4, через 4 минуты готовы быть. Левая стоп, левая это что? Давай зубы. Хорошо. За третом тоже смотрим. Можно пулить, кстати. Издес на пуль, пожалуйста. Чё с ней? Чилит. Сова должна. Она же птица. Three, two, one.
Напоминаю, что у кастеров должно остаться 30% мана, это просто минимум-минимум. Лучше 40. Чё у нас так бьёт, я не пойму. С меткой выходим назад, ребят, с меткой мы выходим назад. Меньше 40 маны не сливать. Спасибо, что повторил. Мало ли кто не услышишь. Там, типа, просто вижу уже подслив идут. Минута до анимуса. Если... Ничего страшного, если у вас осталось 40% маны. Так, козёл, давай. Танка, бабу. Сакуру. Не-не, ты что реально нажал? На прошлом надо было сакуру давать. В смысле, а что на прошлом? Ты сейчас шивы нажал? Да. Окей, тогда... Пингман, готовься, в следующий раз тебе дадим. Там, правда, зубы будут готовы. На прошлый сурж сакра была. Может быть. Анимус 25. Все бурсты должны быть откачаны. Тихо. Анимус 5. Готовимся принимать. На пол не забудь, пожалуйста. Давай зубы. Яру? Подожди секунду. Давай. Следующий касс собью. Дайте массакру. Да, даже пора. Девочка первая. Вообще рановато, конечно. Но... Что-то больно. Или Фаня, давай сакру. Бить обязательно сейчас кас, надо будет вешивать сейчас. Давай сакру. Давай Юрнира. Прохилим, людей немного осталось. Молодцы. Страфы мотивирует, получается. Тут все равно да, есть за что поштрафовать. Это слабость. Кстати. Опа! О, бля! Папа. Джеквит, я тебя прошу, ну не ругайся. Вот, ну типа 25 человек. Я понимаю, что ты эмоционально, но типа. Я работаю с деревенскими упырями, типа. А я работаю с вами. Нет, ты с нами не работаешь. А зачем? Хуже них. Да, чем вообще? Вот вообще, кстати, хороший вопрос. Это просто, типа, я так общаюсь, это, потому что я работаю... А вот у меня вопрос, Рэл. Я умер после того, как мы убили босса. А мне есть вопрос? Не, к тебе нет. Не, есть, все, минус вся голда. Да, откис после босса. А как ты сдох, мне интересно? Ну, мы убили босса, и я просто встал в АФК, все. И чё?
Ну, а потом туда прилетела стрела. А, ну, так, если ты умер до, то подожди. Нет, мы босса убили. А стрела летела уже после смерти босса. Да нет, нет, лорд, не-не-не. Еще больше. Короче, вся твоя голда идет в Мегерке. Договорились? Нет. Латный какой-то пояс с МП-5. Что касается тут того, ребята, вниз у нас заходят. Первая группа, вторая группа. Кроме Лока. Лок, да, ты не заходишь. Вместо Лока заходит Костянка или Живелинка. Сова одна уже заходит. Костянка или Живелинка. Кто из вас хочет? Портал? Да. Хочешь? Твоё, да. Давай, Костян. Зайдешь ты в портал. Опер, все, ты тоже заходишь. Единственное, что я тебя молю, не откисни. Если ты будешь задавать там Starfall, вот, ну, типа... Ну, да. Можем, конечно, подстраховать тебя, типа, каким-нибудь козлом или пинкманом, типа, ну... Окей. А в какой заходить? Слушай, ну, давай, это плюс, не плюс ноль, давай, типа, зайдем, какой попадется. Давай так, первая, типа, по левой стороне, правая по правой стороне. А мы с хилом или без пойдем в портала? Без хила, какой там хил? Вместо типа... меня тоже кто идет? А, вместо Дармацайн, давай... У Чансу хочешь вниз сходить? Оставьте рыбу инвалида, пожалуйста. Схожу. Давай. Только ты смотри только осторожно со Старфолом. Не откисни. Кушаем. Поторгуй трени, пожалуйста. Нет, попозже. Так, здесь тоже будут штрафы, если вы чейните из этого дымка мопца, будет минус 10. Бопы раскидываем только перед порталом. Арча? Инту на людей, пожалуйста. Логи реально загнулись. У меня загнулись логи? Ну, кто-то по-любому записал. Нет, вообще, в принципе, что-то... Да, ну, как... Я вообще сайт с логами упал. Ну, да, я же говорю. У них техническое обслуживание. Не знаю, у меня работает все. Вот наш кью. Не-не, там если нажать, не работает, по-моему. Не разберешь логи, по-моему. Именно ранкинг не работает. А, ранкинг, да, не работает. Ранкинг. Что? Сегодня, да, ранкинг. Ну все, рода. Да ладно, че. Ура, все голд получит. Или никто. Слушай, ну давай поозвучиваю, но ты и сам так видишь. Первый все равно зайдет Имашку, девочка, потом Олифаник, потом Ернир. До тебя там очередь пока дойдет. Так, Белл мы сдаем внизу, нам надо два раза перевести. Все готовы, поехали. Инту бафнули там? Ну вы сделали 95 логи плюс. Я дам с удовольствием, я дам свою долю, если вы сделаете 95 плюс. Классах здесь нет, я забыл. Но здесь даже, типа, боюсь, что 80, ну, может быть, кого-то есть 80. Поставь метку на кого-нибудь. Ну давай на Костянку поставлю. Отлично. Костян поставил? Поставил. Не пришлось гравитационные маневры вычислять и прочее. Ну, он там может неаккуратно ходить. Опа, опа, крэк. Ой, залет. Ой, залет. Ну как? Ну он танчил. Так что у него там. Да.
Может, он вылетит? Крэк, ты живой? Живой, так оно всегда бывает, кто-то говорит, вот сейчас 10 получит, я это получаю. Да блин, что поделать? Надо на Мироне было делать, я более чем уверен, что мы закрыли бы Мирона. И надо на этом было делать. На собрании я типа хз, потому что дипс, наверное, все-таки нас... Хотя паст открыл, и нормально у нас дипс, откровенно говоря. Да по Игнису тоже. Ну, ты сравнил, конечно. Не-не, и там сравнивать очень легко, как бы, я же не первый раз вожу, я же понимаю. Осторожно там. Добили мобчика. Немного друг от друга. Немного друг от друга распидали. Когда Маледиктов слетит, вы от него отбегаете. Кого прилетело. Милики могут сразу приключиться. Мелкая. РДД втапливает большое. Маледикт, осторожно. Отойди, ультрашторм, от ультрашторм, отойдите. А чё, сбейте сову-то, чё он таскает? Бэр. И баф сразу, пожалуйста. Долбал. БР. Баф, пожалуйста, сразу. 10 секунд. Сейчас кого возьмет в... Куда там возьмет? Куда-то возьмет, короче. Надо боб кинуть ему. Бурлак 28, молодежи. Ой, Санти. Заходим в порталы. Бурлак, осторожно, что там с тобой случилось-то? У Чансу ты умерла. Бэр, Чансу. Я чуть не понял, а где все люди-то тут? Козла нет. У Чансу умер. Ла. Ты же говорил мне кого-то страховать урою. Кого? Ты внутрь заходишь? Ну это типа три перевода. Выходим, выходим. Типа я не знаю, объяснять тут, конечно. Ну, сильно мерзло все равно. БР, БР, у Чансу, БР, у Чансу. Я внутри. А почему у тебя внутри не БР, ну ли? Опер. Сейчас зайдешь, БР. Да сейчас можно БРнуть ее, в смысле? Порталы сейчас. Боб надо будет кинуть. Господи, ну ультрашторм, зайди ты. У нас Бурлака надо убить, у него это мозг пропал, короче. Ну. Да. Ультрашторм тоже что-то. Не БРте его. Ультрашторм. Кто БР этого? Говорю, не надо. Это сейчас мало ли. Зачем? Еще раз его он с камнем встал. Зачем? Бурлак! Решили до конца рофла. Штрафанем Вара за то, что в тучку наступил. Да пипец, это просто кек, я хз. И мы сейчас не пере... Почему опять я не вижу? А, вроде все здесь, окей. Выходим. Блин, ну 20% мы должны добить, как бы. Чё там? Во-первых, всё, у тебя есть БР? БР не у Чансу. Вот, пожалуйста, выхилите, пафните.
каску дайте. Сейчас боб нужен на того, кто попадет в щупальце. Порталы сейчас 5 секунд. Место ищем. Боб, надеюсь, кинули. На меня не фул хп сейчас. Мегерка, очень осторожно, вообще не смотришь к боссу, сейчас жопу будешь стоять. Ультра убейте. Ультра вагон. В смысле вагон? Мегерку убейте. Вы чё? Это просто рандом. Нет, когда 10 человек попадает в эту хуйню, это не рандом нихера. Ну посмотришь логи потом. Что мне смотреть логи, если сколько ты сюда ходишь? Посмотрим. Где, где ты видишь, что 5 человек выходило? Я про себя говорю, я не говорю про других. Говорю, а, ну я говорю... Да, ладно. Ты говоришь вагон. Это просто априори, как бы, к тебе так. Ну скажешь. Выходить? У тебя-то, я к тебе же не задаю вопросы. Косяк, смотри, осторожный. Где у нас метка? Вон метка. Добили. У нас все в щупальцах тут. Хотя. Да, но то щупальц тоже надо идти убивать. Милики адов, милики адов. Чансу вообще не поворачивай. На пару секунд можно. Лучше встань сюда и адов бей. Да, спать герудам. Ема не было. Было, но поздно. Девочка, готовься следующий твой ема был. А меня эти забили, мобы. Да нет, мы не убьем. Так мы их и не убиваем. Ложитесь. Не-не, ложитесь. Это какой-то... Два человека не зашло. Как-то... Как-то умерла внутри, мне интересно. Ну, от тиммейт этих лучей. Они не дамажат. Ну, да, не дамажат, конечно. Там рефлексия от щупальца, который ты бьешь. То есть так, мало смотри, дамаж, то надо столько дамаг. У Чансу, смотри, когда ты доходишь внутрь, у тебя, в тебя смотрят глазики, эти черепки. Соответственно, тебе нужно дамажить только тогда, когда ты повернут к ним задом. Угу. У тебя так и слабоумие падает, и дэмэдж по тебе проходит. Давай тогда ты будешь спокойно сверху дамажить, это просто на будущее, да? Там есть такие фиолетовые черепки, как над йогом появляются. Вот, от них надо отворачиваться. Давай тогда, Царапкин, заходи. Будешь там пыщ-пыщ делать. Ну, внутрь куда? В смысле? Ну, будешь твой первый раз. Черепков отворяешь, чуешься и бьешь. Хи-хи-ха-ха. Так, чё там? Латный пояс с МП-5. Был, не был? Самое главное это триня. Триня на рол, потому что на рок она, я видел, неплохая. Ну, с ПД прок там хороший. Да. Окей, жезл. Давайте пока там бафаемся. Девочка, приходи. Бафаемся. Зизл, который хороший очень. Для некоторых даже бис. Яды от СПД. Это факт. Ребят, прошу вас, не слакайте. Первый боб кидается только перед порталами. Потом уже, соответственно, тоже порталы как появятся. Боб кидается на чувака, которого схватили в щупальцу. Торгуем и пойдем. И первая, и вторая группа заходят.
Не забываем об этом. Есть хочет. Я согласен с тобой, я согласен с тобой. Если честно, я думал, что мы уже закончим. Так, лорд, не, кстати, не ГЦ. Неплохой, в принципе. РЧ. Ласка, Дорт. Дортсмайна. Карантирка, Жевелинка. Лапку дайте на девочку. Таргет. Поехали. Все готовы. Мегер, кстати, здесь, в принципе, могла бы и в ДД. Я думаю, что с пула можем... Дармацань, давай... Вызови еще одного. Далее он на пульхант. Ненависть и ярость направляют ваши удары. Меня под контроль взяла я за лужу. И лужа на меня пошла. Бэр. Пусть ненависть и ярость направляют ваши удары. Ваши удары. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Еще одна, да? Не вижу. А, все? Окей. Так, козел и пингвин, вы помните, да, что вы заходите? Айсерис, его персо. И Костянг. Да без разницы, какой попадешь. За 10 секунд ты ищешь место. РДД перешли на большой уже. Здесь маленькое не надо бить. Мелиди, смотрите, осторожно, от меня. От меня, от меня. Угу. Щупло. Душающее. Лучше пойдет. Медлите, осторожно. Немного распредаться, ребят. Пошли от него. От нее. Ну, ё-моё, ну вы чё рофлите, Юрнира, ну? Портала 10 секунд, выбить, добить щупла. Быстро, 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 быстро. Не умирайте здесь, или Фанни умер, можно бэрнуть. Его шотнул? Зачем его шотнул? Ну, бэрнить, бэрнить, чё. Чё там, давай, давай, Бэл. Серис умер. Здесь был. Понял. Пощадное отражение. Но зачем ты добил-то? Не похилил себя. Сейчас нужно будет выбегать. В принципе, нормально приведи. Выбегать. Выбегать, выбегать. Айсерис, АБР. Опер, все. Наверное, пожалуйста. Бафните его сразу. Милик, я не знаю, как подходить. Осторожно очень. Лучше не подходить нахер.
Портал опять. Сейчас нужно будет боб на кого-то кинуть. Прохилите, пожалуйста. Издаться прохил. Портал пошли. Ну что такое? Я, конечно же, в руке. У нас миллиард щупалец. Надо добивать. На 15 секунд 10%. Ну убегайте, убегайте. А может там какая-то дотка висит? Успеем, нет? Если реально не успели? Ну это вот Пинкман, вот если бы ты не сдох бы, то мы добили бы. Зашли в портал, быстренько добили. Скажите, когда надо там... Надо дать время еще полубить. Да-да-да, скажите, когда будет. Можно. Заморозьте быстрее мозг. Не могу, у меня ХП нет. Ласку выпил. Еще слева, слева еще одно убить. Заморозили? Да. Не бьем, не бьем, не бьем! Вдалеке разлагающийся. Бьем. Даже времени нет. На три удара не хватило в прошлый раз. Да, 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 ну блин. Пинком бы, если бы не сдох бы, то все окей было бы. Все вроде бы. Ну, милики, на, соответственно, смотрите внимательно, да. Бьете адов, адов, милики. Фен, осторожно, у тебя мало слабого имя. Има? Я нервно нажал. Да, да, адов, адов, адов. Чего там бить? Хорошо. Следующая. Ну, фурики могут кливать, я знаю, хорошо. Промег 12 тоже мало очень у тебя. Има, сейчас нужно будет. Не, ну осторожнее, надо было быть. Има, давай, девочка. Понял. ЗД, нужно помочь садами, нужно прям помочь. Дарнат, нажми что-нибудь. Даме помочь, помочь садами. Карантинка. Угу. Учансу. Шестнадцать процентов босса. Ну нам надо убить Ада.
Адов вначале надо убить. Мы так не убьем ничего. И моя девочка. Дом козел нужен. Вот ладно, тоже. Ладно, убейте. Не, я не очень уже быстро влазил. А гимноман. Не кливается милики? Там, милики нормально. Все, можете переключаться в босса. Ну, в смысле, РДД. Так, осторожно. У нас БРов нету, да, вообще? Ну, дай кого БР? Ну, только не тех, кого контролили. Да, да, да. Вот кто, кого не контролили? Я просто... Пинкмана, во. Пинкмана можно. Не Пинкмана. А чё, типа, ну, у меня нужно. Рассудок. Вернили на жалки. У меня рассудок сейчас закончился. Типа, нельзя будет, да, БР? Нет. Пингман, давай, твоя задача прям мобов тащить, убивать. 12%, ну еще 10% кое-как, можно, наверное. Теперь напряжемся. Только Ревелинка, Фарамега, осторожно. Курсы-то, наверное, откатились. Има? Не было им. Да, ну 3 минуты за йогу, если типа так продолжать. В принципе, убьем, если не заслаб. С гера будет. Через 2 минуты? Будет. Тоже верно. Фарамегу убить. Убить Фарамегу быстренько. Има? Боюсь, блин, сразу все сдают. Никто не сдает. Девочка, у тебя есть сейчас Има? Да, ну да, Максака есть. Массакра-то не нужна, Има нужна. Ну, нажми, кстати, массакру. Кстати, нажми, девочка, отчет. Нажми, нажми. Пусть танк попроще. 3%. Добиваем босса просто. Босса, 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 босса. Ужас. Планер. Да, жестко. Бля, это жестко. Ой, как мы вовремя убили. Че говоришь? Вовремя убили, доставка приехала. Ну, это было интересно. Так, сколько ланир отдаю? Костянка. Чарк. Положение чар. Или не удар. А что упало-то с него? Колечко, что ли? Да, колечко. Колечко какое? Милишное? Милишное. Какое оно? Хочу его на всех своих милишников. Да, релогнусь недолго. Давай.
Так, давайте начнем. Что тебе? Тебе что-то нужно, кроме Трини? Не помню, я там еще не упал вроде. Ну давайте, кожаная голова, вряд ли она кому-то нужна, но мало ли. Гонал головно. Не-не, спасибо. А ты где стоишь? Я тебя не вижу. Не, ну можем чисто ради приличия трай сделать, но я просто очень сомневаюсь, что... Какой ты чё? Ой, смотри, я говорю, смотри. У меня пиво кончилось, ну почти там, глоток. Мы сейчас разыгрывать будем минут 20 еще, и все. Да не, конечно. А дальше кольчужный какой-то чего-то там. СПД, кольчуга, грудь. Скажи, когда там придешь в Эсси. Да не, ты что, воскресенье? Кольцо и плечо. Сейчас хорошо, Дармат, сам я понял тебя. Колечко. Ты тренинг в конце будешь торговать? Ну, вот сейчас придет Ультрашторм. Колечко, 252. Бисовое. Герк, это ты поставил, да? Да ну вас нафиг, блядь. Душнилы нашлись. А ты по акции хотел купить? Да в принципе, оно мне не то, чтобы прям сильно надо, ибо меткость. Но я не думал, что оно будет дорогое, если честно. Хотя для ДК это бис, конечно. Это вообще, это и в ПВП, это везде супер кольцо. Прям вообще по всем. Много силы плюс сокет. А логи, они вообще засейвятся там из чего? Да, конечно. Так кому нужны эти подозрение, логи? Что у меня неплохие логи получились на йоге. Так, дальше. Разбойник, ДК, макдруид, плеч. Есть почту какую-нибудь? Поставьте почту. Я тут. Ну окей, сейчас там просто... Мили просил. Тебя, Крэг, сейчас посмотрю это в целом. Да, у меня не открывается. Ну, 84. Так, ГЦ. Дальше, паладин лок, прист, плечи, токен. Всем доброй ночи. На почту, конечно. Да, спасибо. Добрый. Сорян, ДД, походу, без бонуса сегодня. Да, конечно, с двумя нормалами. Нормал, наверное. Вам, конечно, добавим, но... Так, нет. А чё там у меня по логам? Чё, ну я так, точечно смотрю. А ты кто? Я кто? Крэг-хэк. Зелёный. Что-то сомнительно. Нормально у тебя логи там. Ну, у тебя плюс-минус, потому что ДДшил уже, так что... У меня там рэнкинги вообще нет. Меня за ДД интересует, за танк-то там... А как вы смотрите, если там ничего не работает? Я вот тоже не понимаю, где ты смотришь-то? Чего? У меня даже вкладка моего персонажа, то есть не открывается. Рэнкингс, а... Undergoing...
Бла-бла-бла-бла, короче, disabled. Все, нету ранения. На генерале... Так, на генерале у тебя 77-е. Ты это смотришь? Да, ну зашел в логи, смотрю. Где? В логах. Так она во флагке логи есть или логи? Не знаю. Вот... Там они задвоенные, поэтому, блин, что-то с ней. О, боже. Так, дальше Триня, давай. Козёмгаться. Триня. Даже не отдалась, что ли? Как голода у тебя. Даже не отдалась? Нет, нет. С плеча. Давай еще раз. Это у тебя, видимо. У тебя места нет. Я больше не поставлю. Не-не-не. Че, наверное, я глокну, все, вроде есть место. 40 тысяч, жестко. Ну, ты не стоповая так-то. Да недорого. Че, говорит, в смысле, это дешево. Я подавился. Поставил челик вон, 41 поставил. А-а-а. Поздняк не дает. Не-не, в смысле поздняк. Не работает. Так, давай еще попробуем с тобой. А, у меня кап голды, я понял. Так. Угу. Блин, давай еще раз. Да, теперь просто. Там богатый на РЛах постоянно капгалды. Да это надо банить. А, у тебя капгалды. Давай триньку просто, ладно. Так, подожди. Ну чё это? Стоял богатый молодой человек. Москва. Ну это же только на одном персонаже, на других же можно столько же хранить. Ты можешь в банках хранить, как я тебя делаю. На 4 разных банках по 200 тысяч. Угу. Нет, не знаешь. Так. Так, ребята. И 15 сфер плюс рецепт плюс 7 кристаллов пропасти. 15 сфер. 15 сфер. Плюс 7 кристаллов пропасти и рецептик бомжатский. Ну или супер крутой, который стоит миллиарды. Да, 100 голос. Во, я же говорил. А стоп, а что это сферы за сферы? Да, да, это сферы, кристаллы и 15 сфер. Ну, чуть-чуть. Так, давай. А что там, кстати, сферы стоят? Подешевели, да, говорю? Так, у нас получилось 200, сколько там? Не написано, сколько получилось? Нету итога. Блин, надеюсь, я свою эту голду не отдам. У тебя что, не пишется там? Мне можешь отдать сразу. Да нет, все записалось, я просто не пойму, откуда такая сумма-то. У тебя же есть в ладони, показывается, что куплено. Да. Так, сейчас. Возьми калькулятор, да посчитай. Так, подожди, калькулятор 140. Все-таки снял 10%? Конечно. Ну блин, офигеть. Не, я предупреждал, как бы. Хилам добавим, добавим, но Мегерк мне не добавим. А мне? Тебе? А чё за хит Мегерк? Я тоже не понял, почему такой банк большой. Пересчитай, возьми в калькулятором. Блин, тренька это четверть? А сколько кольцо ушло?
Вы охуели. Извините за мат. А, да-да-да, минус 40 надо, все, я понял. Минус 40 тысяч я здесь не брал. Сколько, 45, да? А, с минус 40 я не сделал. Что там за махинация? Так, ладно. Кому там добавить-то? Ультрашторму. Я тебе могу отнять только за мину. Да, за фигину. Да по-хорошему вообще всех тут надо минусануть. Такой трэш на йоге особенно. Факт. Рассказывай. По-моему, если мы снимаем, то вот за этот тренинг. Да не, просто, блин, мой косяк это вообще такая чушь по сравнению с тем, как другие косячили. Если меня наказывают, я хочу, чтобы остальные тоже пострадали. Это кто? А если уж, это Крэг Хэг говорит. А если уже меня не наказывают, тогда уж всех не наказывают. Ну, по-честному, что давай тебя на минус 50, а всех не будем. О, я знаю, это тоже. Давайте проголосуем, да? Да, плюс. Блин. А почему, куда делось 40 тысяч из банка, алло? Стоял. Ну, ты мне дай, ты мне давал здесь 40 тысяч? 40 тысяч ты давал. Когда? 45 тысяч. Ну, а еще 40 ты мне давал? За что? Да вот, вот и я про то же. Да, да, да. А. Ну ладно. Нет, точно. Я тоже в доле. Я тогда камень нажимаю. Не, на самом деле мог из кармана там докинуть уже. Пощадил вагонов, похоже. Не, ну в следующий раз просто надо сразу говорить, предупреждать. Чё, Крэг наныл на штраф? Ну, в плане, ну он прав, типа, это штрафовать, то надо было сразу штрафовать еще с этого, с какого-то... С робота, да? Да, с робота. Просто я понимаю косяк, который к вайпу приводит, например. Да не, нет, вот понятно, тут то, что если же наштрафовать, то весь рейд без голды будет. В следующий раз устроим. Да, да. Тебе на почту отправить или после рейда сразу же? Лучше, наверное, после рейда. Хорошо, в долларане тогда. Всем спасибо. Всем пока. Тебе спасибо. Душный. Чё, я-то душный? Я душный? Я тебе видел скрин в ПМ послал? Это к слову о том, как ребафуют. Все знают.